Отойдите Что, только вот перегруз? от этих типов надо отойти, которые идут, чтобы они не сагрились на нас. Так они же зелененькие, они не сагрятся, А вроде бы, у нас нет? 60 этого, они могут просто подойти и сказать, дайте-ка мы проверим ваши карманы. Была Ах, же уже ситуация. сука, а, там виноград, блядь, неочищенный. Да, придется его отдать в случае чего. Поэтому идите просто наверх, у нас тут усадьба Подождите, не полковника отжимайте, есть. пожалуйста, паузу. Пока не отжимаем. Да шо, антибаф, Если нормальная как он еще прическа. пассивку бестмастера возьмет и сможет контролировать медведя, будет жестко. Ну да. Да. Это план на будущее. Все, я готов. Нажимайте все наверх, вот сюда, вот на усадьбу, чтобы от этих отойти. Не доебывали нас. Все. И надо будет где-то сейчас встать. Так а что, мы усадьбу посмотрим? Ну. Конечно, посмотрим. Вон вот там тут еще заперто, хуйня. Да. Золотой ключ. Использует золотой ключ, да. Есть, открыл. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Поговорим, может, поговорим сначала? А, ну ладно. Опа, тут сундук, ящик. Историк. Ебать, сразу тык-тык-тык, блядь, сразу, напиздили. Блядь, да. А это ебаный в рот, пацаны, чтобы не пропало, блядь. Что вы нахуй ваните? Броня плюс 20, критический урон, плюс 2. Ебать. Благостояние вот железо, урон я взял штука. По себе. Карманный нож, да. Регулируем ремешки. А почему там урон или удар? А, урон, блядь, ну похуй возьмем. Бля, я бы, кстати, благословленную жилетку взял бы себе. Легкая. Так это броня, легкая, это для нас да. смешание. А, и она 20 брони дает, так ебать, берите. Ну, бля, легкую. Нихуя себе. Взял ты себе нее, да? Ну, взял, ну, да. Может, я тогда критический удар возьму? Я там бы урон, взял удар я сбросил. Или тебе урон нужен? Это нет, шанс критического нет, удара? Нет, ну вот этот стилет, который... Ну вот, смотри, здесь есть критический урон и есть критический удар. Тебе что это, нужно? Критический удар — это шанс, и урон — урон. Мне стилет, наверное, лучше. Ну вот, я же себе взял. Да, я бы тоже себе шанс взял крита, потому что мне его не хватает. Да нахуй тебе крит, блядь? Мне тоже крита не хватает. У Мишани там по 30 урона с крита. Мы еще можем книжки прочитать. О, Кири, могу тебе вот такую тему скинуть, если надо. Женя, что у тебя за броня вот эта синяя твоя? Она типа... У меня дублет, вот, могу скинуть, показать, смотри. Чисто чекнуть. Вот такая вот. А, я понял, ты с ячейками на 12. Да. Ну, кстати, там есть на 18, возможно, лучше тебе ее взять. А Ника где? Разбойника, которую я дропнул. Конечно, вот. Блядь, лучше, но. Конечно. Так она и, блядь, крит шанс еще дает так-то, нахуй. Ну, типа, я сейчас никуда, я прочитаю книжки. Типа, это дефолтные, а вот эта хуйня, типа, жилетка, это не дефолтная. Ну, типа, у меня шанс 23% критом въебать, это охуеть, блядь. Из принца Атоса прибыли новобранцы, судя по выражению их лиц, это место их не впечатляет. С тех пор, как Литира опустошила чума, боевой дух в полном упадке, усилились нападения лудерских партизанов. Комары кардинала постоянно досаждают, даже каркабаны озверели и пытаются добраться до наших войск. Я уже не так силен, как раньше, и боюсь также относиться к генералу Эдору. У нас нет выбора, придется договориться о перемирии. И чё? Лор просто узнали. А здесь еще отмычка. Да, я пошел. Погоди, сейчас. Покорить Харака заказалось проще, чем отнять игрушку у младенца. Кланы, разбросанные по болотам, не смогли оказать сопротивление, и бои с ними едва ли не замедляли передвижение нашего легиона. Почти что стыдно стать губернатором Лудерна. Да, мы победили, но не за счет собственной силы, а за счет слабости противника. Тем не менее, я клянусь быть достойным своего поста, я собираюсь осовременить это захолустье, основав деревню не хуже других из пока Трово что более виски. 4 человека вмещает зову виски. Назову ее Литир. А мы были в деревне Литир? Да хрен его знает. Хрен его знает, я тут название не запоминаю. Давай, Мишаня, взломай. Так, поехали. Может, мы теперь знаем какую-то слабость главы деревни Литир? Можем угрожать ему. Раз. Миша, лучше урон взять, потому что он гарантированно критует по тому, кто сражается с медведем. Да, блять, кстати... ну я же не так часто буду стрелять по тем, ну, кто сражается верно. С медведем. Ну, можно пересобрать нашу тактику просто. Взять тебе реально просто плюс урон. И будешь чисто по медвежьим этим целям хуярить. Там медведь сам обычно разбирается с этой целью, блядь, за 5 секунд. Это тоже верно. О, сокровище. Местоположение сокровищ полковника Дитора. Знаете. Я вот смотрю. А, пацаны, так мы там были. Да? Ебать. Да. Это помните дерево висельное? А там серьезно? Вот прям напротив моста, да, по которому мы шли. Так, а вот с этим челом мы поговорили, блядь, а как, да? Как мы пойдем туда сейчас, сходим? Можно сходить. Надо поговорить с челом еще. Давай.
Вы только поглядите, свитки, карта, вот это же планы по осаде Гарусы. Тут даже подписаны самим генералом Эдором. Отчет. Подписанный, блядь, господи. А, ну забейте, чё? Просто чел, да. Радуюсь, просто чел стоит. Просто да. Чел, да. Просто чел, нахуй. А сверху чё чел? Он спустился, когда мы ему открыли дверь. Это он же, походу. Да, да, скорее всего. С ним поговорить. Надо было, блядь, с него взять оплатку какую-нибудь. Да, в натуре он дал бы квест какой-то, мне кажется. Пацаны, а вы взяли себе аксессуары на движение плюс один? Два пояса у нас. А, ну можно. Вы не берете? Ну, потому что у меня есть другой. Не, ну если есть другой, то... У меня воля плюс один есть. Ну, этот этому Дед Морозу взять. Дед Морозу взял и Вискасу взял. Они без этих были. А что у нас перегруз? 113, 112. Короче, я всю хуйню на продажу забираю себе в инвентарь, короче, чтобы она не забивала место. Заебало. А этот у нас не апнул левел-то еще? Дед Мороз, блядь. Не. Заебал, что так долго, блядь? Ну, он потому что впитывает, а танкует, не атакует. Видимо, из-за того, что он не дерется. Разве за это опыт дается? Да. Ну, помнишь, он даёт больше опыта навалил? Так он один, потому что остался. Мне кажется, количество людей влияет. Ой, ну хуй знает. Сори, случайно тыкнул. Бывает, бывает. Так, перевеса вроде нет, что идем в город. Да. Давайте лагерь. Грибы перевес. Ну, я соберу их пока, мы лагерем, встанем скоро. Мы не скоро встанем, нахуй не скоро, надо. Да, согласен. Тогда грибы нахуй, мужики. Не-не, какие грибы, блядь. Какие один гриб, блядь, ничего страшного. Да я выкину. Да. Куда нам дальше? Назад просто? Пойдем. А что, ты хочешь сокровище забрать? Не, так там город в той стороне. С сокровищем в любом случае. О, сейчас давайте продадим хуйню этим. Да, можно продаться с ним. Безделушки же у нас есть. Да, да безделушки хуйню весит, а армор продадим. Они нормально покупают. А, по тем же самым. Бля, я вот не знаю, лук вот этот оставить старый, мало ли мы лучника наймем, и ему так-то заебись будет. О, я начала. Думаю, алазарский порошок, я видел там алькору, надо будет, короче, для крафта какого-то. Ну это вроде алазарский порошок, он вроде это делает, лекарство. От чумы. Я гляну. Или потом купить по ситуации, да потом. А там для каких-то нужен будет. Алазарский порошок. А, можно ручную бомбу сделать. Вот, ручные бомбы можно сделать, ебать. Но они типа одноразовые как топоры будут, порошок. Как копья? Ну да. 4 бомбы сразу делаю за раз. О, нихуя, ну, так это нормально. Они наносят... А где, они идут как стаком, типа экипируются? Или можно разделить их каждому по одной взять? А, ебать, нет, пацаны. Нет. Все цели в области теряют 10% своего максимального значения параметра здоровья. И если крит, то кровотечение применяется. Еще скорее всего, только я смогу ее носить, плохо. Потому что у меня рука свободная, у вас у всех рука занята, мне кажется. Возможно. Ну, я тебе ручные бомбы с радостью выдал бы. Но я можно взять пачку порошков? Давай, я взял 4 штучки. Хорош. А ты с одной штучки делаешь 4 бомбы. Да. Сейчас скажу. По-моему, из двух штучек. 8 бомб. Мне кажется, заебись. Да, нормально, да. О, там что-то вон разломанное. А внизу вот это что лежит? Это. Грибы. Грибчики, да. Золотой зуб, блядь. Хуя себе. Разные, так, это, наверное. Вот к этим не подходим близко. Блять. Да не, у нас уже. Да ебал, не, ну они могут просто сказать. Да вот мы можем здесь подняться или не можем подняться. Вот город. А чё? А чё? Не, не можем. А, там город? Вон в обход. Вот, а вон кого это вообще это? Или что это? Деревня как заброшенная. Деревья, ферня. Не заброшенная. Ферма. Надеюсь, сундук будет, чтобы... Ферма Мариарти. Вскрыть там. На ферме так, сундук. Сундучок. Опа! Там чел прячется, ебать. Вон сундучок еще. Смотрите, он. Да, девка прячется. Сейчас. Они за ней, видимо, пришли. О, блядь, пошел, блядь. Кстати, это подруга заражена чумой, если что. Да? Да, девочка, которая прячется? Да. Ну, вылечим ее, значит. Бомба это только для Роги. Да я так и понял. Ну просто у меня рука свободная, типа. Ну это место факел. Нормально, как раз для Роги, да. Так факел, типа, сейчас ты почти не используешь только. А, ну факел это чисто добивать. Ну да. Да. А бомбы 10% от хп, это же нормальная тема. Блин, на 10% на самом деле не так уж и много. Если у типа там, блядь, 40 хп, то он 4 хп ему. 4 хп, да. Ну зато по области 100 по 100. Если рядом стоят, то ты можешь... Опа. Па. Сколько отмычек-то осталось, Мишаня? Вот я говорю, честно, вот там такой звук, вот этот небольшой, по которому я определяю, а вы пиздите, я вообще его не слышу, блядь. Что ж ты не говоришь, чтобы мы ебальники забыли? Блядь, я до этого уже нахуй два раза, блядь, говорил. Сколько алькор пиздел, из-за него вообще точно нихуя ничего не слышно, блядь. А я у тебя громкий? Ну, конечно, блядь.
Ну ты, блядь, убавь меня нахуй, чё ты. Я уже убавлял, блядь. Ну в смысле, ты на том состоянии, чтобы тебя нормально слышать. И медведь. Давай сначала с этими поговорим, они, наверное, давай сейчас с этой девкой поговорим. Так может они скажут, что ищут девку как раз. Прошу, не надо, не говорите никому. А, нихуя. А у нас же есть лекарство от чумы. Ну надо что просто взять. Надо взять лекарство от чумы. Давайте поговорим с ними сначала. Давайте поговорим, что они хотят нам предложить за нее. Мы пришли за женой Маритагра. Без нее мы не уйдем. Есть свидетели того, как ее укусило чумное чудище. Она, несомненно, заражена. Мы сочувствуем ее семье, но законы Харага запрещают защищать тех, кто представляет опасность для общества. Ей предстоит умереть. А вот, бля, да давайте спасем ее нахуй. Как я и сказал судье и страже, моей жены здесь нет. Давайте вылечим ее. Ну, я бы вылечил тоже. Да, ну, давай. Бедная девочка. Девочка, бля, жена. Это не важно. Не верится. Отметин не осталось, я в порядке. Я даже не против поесть хлеба. Хлеба! Сандей, помогай, блядь. Поговорим со стражей, им больше не нужно на меня охотиться. Даже, сука, склянку не вернула, блядь. Угу. Исцелили ее? Это что? Что это за ворожба? Что это за ржомба такая? А, лекарство из-за Лазара? Контрабандистов, ебать. Да, да. Очень щедро с вашей стороны, наемники, но на вашем месте я бы в следующий раз осторожнее распределял свои ресурсы. В Лудерне за эти лекарства... в Лудерне эти лекарства практически невозможно найти. Да мы уже съебаемся нахуй, больница. А сейчас нам пора, нам больше нечего здесь делать. Ну, а с этим поговорить? Да, конечно. Наемники, даже не знаю, с чего начать. Вы спасли нашу семью. Боги даровали нам встречу с вами, и у меня есть чем вам отплатить. Прошу, примите это. О, сотка и ошейник. И ошейник дает. Критический урон плюс 10. Аксессуар животного. О, так это медведю. Медведю. А, ну пойдем, пацаны, вместо сумок идет, да? Медведь сумки нахуй носит. Бля. Ну, можно еще один. Так не, ну похуй мы ее... Смотри, ну это 120, грубо говоря. Или да, на следующего зверя просто. На следующего зверя тоже можно сумки дать. Так мы же без... Блять. Я отходил, прослушал, а что там дали за это? Медвежатину будем пиздить? Ошейник на крит урон. Ошейник на крит. Медвежатина, пиво. Прикольно, ну типа, насколько он будет не по 30 дамажить, а по 30, не по 32, а по 35, типа. Пиво дорого пиздить, блять. Ну тут, видишь, они часто выживают. Я ради крита и сам бы надел бы, блять, этот ошейник. Он не дает. Я так и думал, что ты уже сделал себе. Ну это этот был. Чокер. Чонкер, а, чокер, да, блять. Чонкер, нахуй. Так что, мы закладом или в город? В город? В город сначала. Там вот зомби бегают слева. Может, ассортимент какой обновился. Лишь бы фасоль солью, блять. Или тот же самый. Нет, это тот же самый. А-а-а, я понял. Я сейчас бы фасоль каждый день или какую-то там покупал, да? Красная цена. Красная цена, да. Мы квестик не выполнили никакой случай? Выполнили, сейчас получим. Только сначала он закупить солью. А что с виноградом? 8. Блять, надо посмотреть, ребята. Не, ну есть какие-то феи там без кипа, есть зомби, там и так далее. Чума, типа. Это бомба. Бомба. Да, у нас знания скоро будут. Прокачаем еще. Да левел бы, блять, поскорее на самом деле. Да, левел как-то медленно пошел качаться. Так вот, мы деремся еще, потому что раз, блять, в один час. Ну, о, да это не... как-то мы правильно менеджим время, получается. Битва закуп, еще соль, смотри. Кстати, мало соли, нахуй, 120 килограмм этой соли. Вяленую рыбу, кстати, выгоднее покупать. Да. А почему вяленая рыба, блядь, один дает? Это же вкусненько. И... Ну, так она дает один и покупается за один, а там дает 4 и покупается за 6. Ну так я же крафтю не еду. Да не, ну я понимаю. Смазка там кому-то. Он всю смазку купил кто-то. Она по 2, недорогая. Вон там по скидке парикмахерский набор, ребята. Любому наемнику пришедшему глуши неделю нужна. А что это дает? Да просто можно поменять, видимо, внешний вид. Ну да. Да нахуй она надо. Так. Мясные, свиные мешочки. А, погоди, а мы можем в ратушу зайти и сказать, что типа мы контрабандисты? Да, я хочу смотреть, да. Кто там? Вон мы с капитаном вроде бы говорили. Вот этот, да. За остальными. Это, наверное, не те, контрабандисты. Это по которой возле гробницы, это не те. Не те контрабандисты, которых мы ищем. Да. Походу, что да. А с этим, если поговорить, с Халом Дрога? Не, нихуя нету. Ладно.
Погнали. Погнали к этому контенданту, или как там называется. Так может появился этот еще? Так иди там покрафти еще этих. Я но, новые челы типа появились, может быть. Появились. Ну с этим. Он воин дикарь, с топором. Воин с топором, щитом. Лесничий. Ну не особо. Ну, воин с топором и щитом, типа, это как... Так и больше никто и не появится, по ней. Ну, что там, лучник надо? Лучника, не, ну, может, да? Может, они в какой-то момент начнут третьего левела появляться, а не второго. Я вот чего жду. В Дейси 3 игральные карты продаются. Ебать, купим, мужички. Погнали вот с этим попиздим. Бабки давай. О, 2830 у нас. Жестко. Есть влево-вниз какой-нибудь квест? Только рассадник, крыс. Все, пошли домой, пошли блядь. Пошли нахуй отсюда, да. Че мы здесь сидим, блядь, забыли. Не, ну еще давай зайдем в больничку. Ну крафт, да, я еще покрафчу, что есть. Так. Бомбы и хилок на ебашном. Ручная бомба, железная руда и алазарский порошок. Сколько тебе, 8 бомбочек? Да, ебаши 8. Долго, сейчас только 5.25. Еще часа полтора. Минимум. А что такое? Просто грустишь? Ну, ладно. 8 ручных бомб. Оп, так, забирай. Еще найс. И лекарства. Мне нужны склянки. Мне нужны ирисы. И мне нужны окопники. Максимум крафчу? Да. 7 нахуй. Ебать. 7 лекарств, мужики. Разбирайте. А я бы скорость движения по дорогам взял, а не бережливость. Я хочу быстрее, хотел бы стоять просто, что там дальше будет. Скорость я на прошлом взял, типа. Так, ну честно, что золотым зубом можно сделать? Он же не безделушка, он разная. Он разная, да. Может кому-то показать. Да, может там кто-то дрался, блять, по сериалу и ищет их. Подождите, пацаны, мы ничего не забыли? Манное можно масло? Снежный ирис купить, сколько он стоит? А, по 5, нихуя, что так дорого. Ого, пронзающее масло тебе неплохо. Но такие пронзающие броны. Хоботок комара, чешуя. Ну, забей. Она за мозги покупает вообще их. Угу. Ну, спиздить сюда можно, правильно? Ну да, даже интересно, ну-ка. Где найдем хоботки эти? Да, мы же комаров не любим. Комары-мудилы. Ну что за хуйня, почему не могу снять, блядь? Так, чё, выходим? Бомба. Ну да, выходим, нам надо сейчас нахуй на привалыч будет сразу бахнуть. Да, само собой, привал это святое. Критический удар применяет кровотечение, понятно. Сейчас там Арсюха, вот, там он сверху. Какие-то да, эти да, типы да, пришли хуйкинцы, блять. Ждут нас выхода уже. Так, а что, выходим или нет? Ну, теперь выходим, они отошли. Лагерь? Так, а чё, ну это и лагерь, да, и пойдем на дерево это искать. Среднее. Угу. Так там эти зомби, блять. Ну мы там как или пройдем. Оно не прям да там. Сука, не, ну заебет. Не, ну мы там типа найдем его и сразу в нормальную локу, бля, в лес. В леса, в лесище. Ну. Может быть. Надо волю покачать будет. Коль, вернешься? А, ты вернул железо, вижу. Да, я все вернул. Решение отмычку сделаем. И бомбы тебя еще ждут. Бомбы я забрал уже. А мы только одни животные останки брали? Я думал, там нахуй больше мы было. Нахуя мы там брали? Я ну, брал вот, больше. Походу брали для того, чтобы сожрать? Ну, видимо, да. Да ладно, я если что, забиваю за собой пивные волчьи ребра, мужики. Хавайте что-то другое. Бутербродик какой-нибудь. О, салатик, нихуя себе. Перебьется, блядь. Салатик! Видите, что дают пивные волчьи ребра-то, кстати? Они дают... О, культ урон повышается, люто. Это что-то вероновато их, а нет попроще что-то? Бисквит в маринаде. Да ладно, похуй. Ну, я их 4 штуки приготовил, так что... Ну да, да. Я так и понял. Ну, подозрение у нас вообще шустро слетает, реально прям. Только вроде спиздили уже, оп, и все. Предлагаете за сокровищем и как раз нам по дороге домой. Так, ну вот нам за сокровищем вот туда буквально надо идти. Ну, вниз нам надо, да.
Да, я просто камерой кручу, блядь, засейвлюсь поэтому. Перед сокровищем. А то на этих болотах гиблых. Ну, там короче, зомби уже летят, блядь. Да не, они остановились. Вроде. Летят, летят, блядь. Летят! Блядь, назад, развернитесь. Да, пацаны! Пизда. Да ну на шифтик, на шифтике, вот так поигрывай, поигрывай шифтиком. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, развалило. Сели такое, блядь. Справа обходите. Блядь, меня притягивает, блядь. Да вот первый идет далеко слишком. Вот здесь правее проходите просто. А, можно по воде, лол. А, от них главное, короче, убежать, они некоторое время не будут тагриться. Забейте тогда. Просто можно на шифте все эти, все файты скипать. Так, ну и где? Вот висельное дерево. Ну вот оно под мостом здесь. Под мостом сокровище? А, вот тут. Пока только жалование в размере 22, блядь, выдало. Бля, я утонул, нахуй. Вот здесь где-то. Ну, по карте вот здесь оно. А, вот, 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 копать. Я вижу, вот оно. А, во. Опа. Фальшион, припарка и сапфир. Забираем. Забирайте, блядь, пока не брали. А ты ошейник-то... Забрали фальшион? Да. Фальшион, да, я выложил уже. У этого бойца есть 50% шанс избежать кровотечения, и сапфир денег стоит. Аксессуар пояса, это продать. Фальшион уровень 4, походу неплохая какая-то пушка, блядь. У этого бойца есть кровотечение. Ну это походу против комаров этих. Ну такое. Стоматолог, восклицательный знак салатик. Фонг. Должно выдать. Ну чё, домой гоним? Да. Ну давай. Давно уже пора. Сходили, блядь, шерсть дать ебаную. Там комары и кабаны. Они пиздятся, они пиздятся! Я жестко. Я ставлю на комаров на самом деле. А давайте посмотрим. Ну, пока вы смотрите, я спижу, что тут лежит, бля. Пизди-пизди, мне интересно, кто из них победит. Есть ли вообще победа в мире? Ну, кабанов просто высосут, блядь, до конца. Ну, должны, но что-то... Мы тут можем подняться, вроде. Мне кажется, кабаны там пованшотают, если честно. Можем обойти. Ну, ладно. Что-то они там дерутся долго слишком. Так, а что, пошли по дороге просто, да и все. Пошли по дорожке, да. Дорога, мне кажется, опа, просто нас какому-то ирис. Посту выведет, где нам нужно будет платить за вход. А там мы разбили же этих разбойников. Там надо платить за выход, а мы входим наоборот. Комары. Бля, вот честно, бля, удивительно, бля, что такая лока говна, и ты наоборот платишь. Комары, бегите. Платишь. Да, блядь, ну, ебаный в рот. Ебаный. Ну, мечтания, я, да, блядь, ну я застрял там, блядь, его кого-то с моста скинуло, нахуй. Жрать меньше надо, пивных ребер нажрался, блядь. Хули ты, блядь, кормишь, нахуй, нас как кабанов, блядь. Это хуйня ебаная, блядь, официально заявляю. Блядь, пошел нахуй, блядь. Пизда, 16 комаров, блядь, Ну не, ну это пизда. Мы можем загрузиться. Давайте загрузимся. Да, блядь, да давайте драться, нахуй. Они противные, блядь. Да пацаны, блядь, ну так нахуй грузиться будем каждый файт скипать. Соглы. Хочется, блядь, в игру играть, нахуй, а не в загрузку. Ну, блядь, по факту. Я вот с этой Миша не могу оставить здесь справа, он соло разъебет эту, блядь, пачку комаров. А, ну в смысле Тереху, да-да-да. Ну Тереху, да, Тереху. Ну ты не забываешь, что они хилятся? Они хилятся, да. Так он их будет просто ваншотить, какая нахуй разница? Он не ваншотнет, он их, 32 хп. Он вступит в файт и следующим уже ударом ваншотнет. И он будет два раза бить и убивать. Ну если сейчас загрузимся, пацаны, ебаные, вроде, забыли. Ну значит Мишу оставляем одного пиздиться. Давай. Бля, Миша, погоди. Миша, мы бежим сюда. А тут 8-15. Бля, кто нахуй бой начал? Ёбаный в рот, пацаны. Ты. Я ты походил. И, блядь, меня пошел чел, блядь, сюда. Ну так ты походил, ты и бой начал. Ебать, пацаны, я бой начал случайно. Ебать, Сеня, хорош люто придумал, старик. Блядь, а можно... Там есть перезапустить бой, типа? Или нет? Давай, вот, посмотрим. Есть перезапустить бой? Да, есть. Люто. Лютая катка, лютая катка, лютая катка. Там говорят, что кабанам можно было помочь, они были бы как союзники, типа. Хули, кабаны союзники? Ну, типа, если бы комаров пиздили. Медведя перекинь на этих, на одну партию комаров. А я загрузка, понимаю? Ну, а. Все, прошло. Просто здесь еще... Есть проблема, что внизу комары, типа. Грёбаное дерьмо. И непонятно, если они пойдут на медведя, то медведь-то может или сдохнет от 8 комаров. Так я... А, ну я пока буду помогать, у меня же просто лук, это... Ну да. На выстрел по уёбкам.
Ну это да, логично. Ну просто если меня комар начнет пиздить, вот это тогда будет проблема, да. Что, пацаны, начинаем? Ну надо. Ох, первый ходит. Ну смотри, я могу встать сюда. Ну я буду верхних ебашить. Забежать сюда, а ты верхний будешь ебашить. Ну вот эти, сейчас два комара этих подлетит, и я их буду пиздить. Вот этих я просто могу встать сюда и по троим пиздануть. Но их же нужно будет добить, типа. Да, чтобы... вот вопрос. Да. Ну, я с Дед Морозом могу поменяться и добежать добить. Тебе нужно будет отойти от них. Я отойду. А сколько ты нанесешь? Ты нанесешь 10, я нанесу 12. 10 и плюс 30 урона еще процентов. Ну давай, по. Может, у тебя кританет? Давай, давай, давай. Будет. Бля, как же спина гундит, просто пиздец. Попробуем, так сказать. А подожди, там ходит, что, да? Блядь, затупил, надо было перед стримом помазать мазюкой. Только отойти. Так, вот сюда вот могу. Нормально будет? Да, да, заебись. Дзюм, блядь. Пошла атака. Мороза сейчас будет ебать, кстати. Да пусть ебут. Ой, Михайлович. Зря ты на медведя, блядь, заебнулся, чел. На, ой, на. Зря. Не бедно. Так. Так, ну, я похожу туда, ебану. Да, давай. Я, если честно, надеюсь, что вот эти все комары на медведя, блядь, полетят. Проверка, пацаны, бомбы. Давай. А ты можешь и бомбой ударить потом, да? Конечно. И чё? Эй! Ебо. Блядь, да нормальная бомба. Хорошая. Ещё и кровотечение. Пиздец, комару вызвал кровотечение. Люто, да. Блядь. Да. У них... Это всё, что у них есть, блядь. Так этих ты сейчас убиваешь одной двоих курткой, убиваешь, да? Да? А, и двоих? Я нахуй. А, всех! Что... О! И ачивочку вот сюда! Спасибо за ачивку, Сеня. Только смотри, в яд не наступи. Бля, только проблема в том, что у меня этот комар пойдет ебашить теперь. Пойдет, я его захуярю, не бойся. Он меня типа свяжет боем. Нормально все. Блядь, медведя продажу зад. Да блять, они по два бьют, вообще похуй. Миша, ну когда все... подходит, он разъебет его сейчас. Нахуй. На, блядь, 21 и второй удар. Нет, ты минус. Не, не вот... будет, не будет. Я почему помогу медведю. Ну ладно, странная хуйня. Блять, вот это вот мне не нравится. Да, там еще просто, блядь, прилетись из прикола. Так что я схожу, получается. Ну я могу Деда Мороза к вам подвести. Это он его спиздит, не? А, он в файте, да. Тогда да, тогда ходим. Бля, ну я, наверное... А я вот не знаю, подойти к медведю-то или нет, блять. Наверное, потом подойду. Комары могут сагриться. Ну я просто от этого верхнего убегу потом. Я думаю, да, подойти, чтобы не по медведю не ебашить. Да. Медведь два раза бьет, только если он сам драку начинает. Так. Не, хуйня полная. Сейчас медведя через трубочку как коктейль высосут, блядь. Да кого? Ебать, я 31 урона ему нанесу, блядь, с этого так, может, скилла, а, блядь. А, потому да, что он, потому что бьет? Он в бою, mm-hmm. Да, типа. Так тебе даже крит не нужен, типа. Да, у него 100% крит. А, потому что это 100% крит, ну, да. Да, поэтому ему и нужно было дэмэдж брать дополнительный 15 или сколько там процентов. Так куда, блядь, и что это будет? Ну, 31 сколько? Плюс 15, 30, это сколько? Сколько это 15 там будет? Не знаю, процентов. Наверное. 3 и 1,5, 4, да, 3,5, 5, оно не округляется. Ну, 35 бомбы дамаж. На, блять. Не, ну да, прикольно. Не, с медведем хорошо вообще. Босса качалки убивали? Кто такой босс качалки? Медведь? Да. Что, зачивка? Ну то, что трех разом убил, типа Сеня, трех врагов одним ударом. Давай, Сандейч. Кто у нас еще не ходил? Сандейч? Давай, этот в конце сходит. Дед Мороз. А я хуй знаю, кого-то нападать там. Ну вот этих двух, ну, вот с Дедом Морозом рядом, ну. Ну что за вопрос, ебать. Вместе по дэмэджу скидываться им и все. А чё, 9? 5 урон, конечно, я его сандейчу. Ну сандейчу, да, колотушку бы обновить, согласен. Ну у меня стартовый. С дефолтом. Сильный моб, ржавый моб. Потом на одну карту. А, а у меня не убивали. Медведи не только на кровоток слабы, они на отравление слабы, на огонь слабы. Все, что бьет по макс хп, блядь, не слабы. Ну и сейчас урон от Деда Мороза, смотрите какой. Ну-ка. Лютый, 6. Может он... Не, ну третий этот уровень не за горами.
Ну да, там все 10 будет. Нормально будет, да. Проблема в том, что этот-то успеет походить на следующем ходу и точно отхилится. А. Забавно, блядь. Можно было не бить, типа. Ну да. Ну, типа, хоть что-то сделать. Ну, только не меня. Блядь. Да ладно, 4 дэмэджа, не боись. Я там 4, ну он просто файт меня за этот. Нормально сейчас будет. Мишу обижают. Угу. Ну вот тебе, Мишаня, надо убивать того, кого он не заагрил. Точнее, ну, в агре типа, потому что ты его ваншотнешь. Вообще не ваншотну. А, Сандай 4 заразил. А сколько у него урона? 24 будет. А, почему тогда было 32? Хуй его знает, честно слово. Сам не знаю. Не, ну смотри, я могу по нему шлепнуть, медведь его добьет, а я добью верхнего комара кардинала. Еще дополнительно. Так там же говорят, что если Мишаня типа вступает в бой, это он должен сам вступить. Да, да, то есть пишут, пойди, что он сам должен. Типа думаешь, он кардинала убьет, да? Не, мне, как мне написали, что так как сейчас его атаковал кардинал, то у Миши пока еще нету этой двойной атаки. Он должен ударить. Короче, суть в том, что тебе нужно ебануть вот этого, чтобы Мишаня заагрился на другого и получил неутомимость, по идее. Типа, откинуть. Мне комара кардинала, типа, откинуть сейчас, да? Да, да. Бля, ну я тогда не убью вот этого комара кардинала. Почему? Потому что по нему-то нет крита. У меня это. Ну, может, выпадет. Это довольно слабый удар, если честно. А-а-а. Ну, у тебя шанс крита повышенный. А, может, там 8-15. 8-15, ну, да. Ну, похуй, туда ебашь этого обычного, а этого критом, да и похуй. Ну, я вот тоже так думаю. Только мне, ты блядь, ищишек. Смотри. Я снизу не добегут, блядь, Мишаня. Ну, я отойду сейчас, если они что. Они здесь не пройдут, скорее всего. Да? А, да, они не посмотри, пройдут. Посмотри, ты сам можешь тут идти? Они, там, они не пройдут. Да, да, ебать, медведь, блядь, камень медведь нахуй. Дефает, да. Вообще, блядь. Ну, пиздец, ваншот. Ну, это один в один просто. Ну, идеально. Минимальный порог урона, блядь, кошмар просто. И в этого, нэ. Блять, он меня связал все-таки, зараза. Отхилился. Молодец, ебать. Фуловый был, отхилился. Да-да. Ну. А ты сможешь ваншотнуть? Ну, типа, столько урона нанести, чтобы убить его? Не, не смогу. Не сможешь. Просто я тоже буду ковырять его долго, блять. Мне нужно, ну, наверное, выходить из боя, я, наверное, выйду просто с боя. А, ну да, или тоже так. Ну, я хожу, типа, сейчас, может, пацаны походят. Погоди, а если ты выходишь из боя, это считается как за его второй удар для, да, пополнения, да, хп? Вот, конечно. Сука, блять, а. Да, считается. Наверное, я покажу сейчас ребятам. Давай. И вот это кардинала добим. Ну, чтобы он не хильнулся. Просто уже битый, да. И с плышомчиком. С плашомчиком. С плашомчик. С шомчиком. А если еще и критик? Ух, вот это хорошо было. Exactly, вот это было 15. Отлично. Play of the game. Ну да. Ой, фул хп себе отхилил. Так Сандей просто этот дал дополнительный поинт. Ну да. Бля, прикол в том, что я просто не знаю, смогу ли я так стать, чтобы ебануть двух комаров, при этом не ебануть тебя. Ммм. Да, попробуй один хуй. Ну давай. И... Ну да, ну, давай, ладно. 8, ебать. Это какая-то дебильная атака, вот, типа. Вот атака по возможности, когда отступаешь больше. Аккуратней, тут этот же. Я тут где-то. На мне кажется, не двое не получается двоих. Не получается, ну, да. Да там, да не, было видно на самом деле, что большое расстояние. Да, давай по одному. Если через ПКМ повертеть, то прям, ну, тут видно, что очень много. Я попробую в спину ему зайти. Ну, можно дать. Это спина, да, бей. Блять, а где урон дополнительный? Ну, я могу его убить, типа. Дебаш всем, что убивай. Есть. Убивай! Все. И главное быстро убить. Не давать это, не давать сокать. Ну и нормально. Этого гасанул.
Сейчас еще одного убиваем, и у нас будет это воодушевление. Иди в спину бей его, комара. Да, я думаю, этого просто подведу. Так, топ. Урон! Да. Ну, Дед Мороз походил. Так, а если я встану вот здесь вот? Вот тут ты сможешь со спины ему подойти? Только через яд не пройди, вот так, оп, встать. Ну да. Давай тогда я похуй. А ты сам сейчас через яд или... Ну, или вообще нет? Не написано, что я яд. Вот когда и, сюда иду, не написано. Написано. Значит нет яда, если не написано. Ну все, тогда я просто этого бью, а потом он отхилится, но мы уже с Артюхой его вдвоем просто закошмарим. А в смысле он отхилится? Ну, на следующий ход, если он успеет походить. На следующий, да. Но если успеет, может, мы его с Арсюхой раньше закошмарим. Я его мог первым ходом убить. Ой, комар, блядь, не на того ты напал? Как же медведю похуй, ебать. Угу. Да там и по 4 урона еще. Ему, блядь, зубочистками нахуй стреляют, блядь. Этот комар ходит после нашего второго хода, так что, по идее, мы можем сейчас с Арсюхой скинуться и убить его 100%. Ты этого скинул. Сам должен его сбить. А, ну если Арсюха его сейчас ваншотнет, то я сразу побегу к ребятам просто. Ебаный в рот, блядь. Да факелом его или чем там еще можешь? У меня бомба. У него гранаты сейчас, да. Факелом, да, можно было. Аккуратнее не пройди через яд. А факел не требует дополнительного действия? Очка доблести. Не-не. Второй удар, так, второе оружие, просто удар. Это охуенно, конечно. Ну вот тебе два кинжала, прикинь. Да. Комара веревка, не, нельзя комара веревкой привязать. На ниточку, блядь, посадить ее. Было бы жестко. Я сам последним пойду, побегу сразу в сторону Миши, потому что дохуя комаров. Че, давай с Дедом Морозом тогда захуярим этого, может. А он когда будет ходить? А, так давай сейчас два хода ебанем и все. Давай, Дед Мороз, тогда сейчас. Банах. Так ты его можешь сам закончить. Я пробежечки тогда. И к Мише потом сразу, да. Да, я думаю, мы уже... Ну ладно, один, может, останется они комар. Они могут обойти там вот в чем проблема и начать тебя долбить. Ну, у них, типа, у них... вот сейчас вот этот сюда присосется, другой присосется вот сюда. Сейчас, потом один тут и один вот тут встанет. Сэндэй, а если ты возьмешь пояс на РНЖ, у тебя так, вот эта пробежка тоже увеличится или нет? Не знаю. Мне кажется, что да, почему-то. Я буду, типа, на 7 метров, а не на 6. Она от силы зависит. Движение 6 метров, в скобочках силы пишут. А, Мишаня, ты ходил в этом году? В этом году? Не, ходил еще. Не ходил? Все, я хожу, получается. Ну да, мы нам все равно просто бежать, поэтому... Да, ну смотрите, пацаны. Humiliation. Пишу, блядь. Кайф. Что, добиваем чертей? Добиваем? Да, да. Добиваем, блядь. 4 комара, 4 хоботка потенциальных. Они на крафты пойдут потом. Не знаю, в этого можешь попробовать, блять, въебать, чтобы он отлетел и дольше доходил. А попробуем. Ну ладно. 26, он... А, ну он отхилится, если ударит. Отхилится, да. Да я в этого хотел, чтобы ему дольше было лететь, и он, может, не долетел бы. Да похуй. Да похуй, да. Да, комары, которые по 2 от медведя откусывают, это, конечно, пиздец. Дед Мороз спешит на помощь, блядь. Да все. А медведь не убьет его с одного? Не. Да. Вот почему на прокнула? Он же не понял. И еще раз, блядь, да? Или нет? Не-не. А как он вступил? Ну, видимо, просто бой завязал. Я не понимаю, что с медведем происходит. Да, я тоже не понимаю. Он какой-то сломанный. Такая хуйня в прошлый раз тоже была. Бля, не знаю, мне, если честно, даже нравится гораздо больше, что медведь автономен, блядь. Я бы не хотел им управлять. Да, мне кажется, что пока он автономен, он выдает вот эти вот перформансы по 3 атаки, блядь. Да, блядь. А мы нахуй возьмем медведя, пук, срунь, блядь, ну непонятно нахуй. И сломается все. Так что пускай лучше автономный ходит. Солгайся. Чем Миша с медведем заберут Солянова вот это. Мы не успели даже дойти. Это вы так про комаров говорите, пацаны. А когда, блядь, какая-то нахуй местность с ядом будет, там, где, блядь, он нихуя делать не будет. Ходи первый, да, добивай. И вот у этого... А. Это шо, нормально? Поинт потратить только, ну похуй, да. Это похуй. На этот поинт.
Ой-ой-ой, блядь. Беги, Сандай. Ты, может, добежишь пробежкой вообще потом. А, не, не добежишь. А, если есть временное очко, то медведь его 100% использует? Вот, блядь. Медведь. А у него есть... Я вот куда она пропала. Знает, да. А, у него угрожающий рык. Да. Бля, ебать, я хуйню взял, не получается. Но он все равно ебашит, так что чё, почему нет? Но поэтому вот нужно вот им управлять, пацаны. А если бы загрузились 60 экспы просто как с куста, кровь. Да, там, да, это ж стандартный. Хаботок. Блять, пацаны, нахуй. А чё, может останки давай заберем тоже? Каждый комар по 2 килограмма животных останков. Да. А мы их сейчас сожрём, блять. Как медведи, сразу же, да, нам все равно сейчас в этот вставать. Будем чисто комарьё хавать. Вот, и сейчас посмотрим, почему я, сука, не смог пробежать. Я как будто с моста, блядь, упал. Вон, видите? А ты слева от моста да, стоишь, блядь. Да, блядь. И вот... Что они у тебя глазомер, блядь, испорчен. Обходи, да, блядь. Ну, shift заюзай, чтобы быстрее ходить. Так я же не могу. Да, может, быстрее, не просто клик. А, мы под грузом не можем. А, кстати, блядь. Тут лагерь какой-то. На. Ну-ка, дай посмотрим, что там в лагерёчке. А, я всё, ходить перестал. Сандай, смотри ты. О, секрет. А какой секрет? Секрет? Ну-ка. Бочка какая-то выпала. Изучить нажимай. Или... Погоди. Сандай, мышки попасть не можешь? Да нахуй заснул. А вон, там крюк, веревка, рассказы о призрачной стае. Знания плюс один. Так ебать, знания, халявные знания. Так-то. Найс. А вы заюзали их уже, да? Да, только что заюзал. Хорош. А что там можно взять, дай посмотрим. Марафон, я думаю, во имя денег. Это... Ради крон ваши спутники обыскивают тела в самых неприятных местах. Получаем после битвы повышенно на 5%. Ну да. Ну, мне марафон. Нравится по дорогам бегать. Мне нравится марафон, да. 20% так-то дохуя. Да. А вот этот фальшион нам не нужен? Он типа хуйня или че? А подожди, ну, ты вообще мне... А вы что взяли вообще? Марафон. Марафон скорость движения по дорогам на 20%. Бля, ну и хуйню вы берете постоянно. Да в смысле? О, еду надо было, блядь, брать на рецепт, блядь. Так-то нихуя тут рецептов, блядь, охуеть просто. Бля, жестко. Хомяк душнило, взял оригинальную пасту, удалил, блядь. Бля, а как вам, пацаны, идеи? Нет, ладно, удалил окей, но на 80 тысяч секунд. Сандэ берет всю хуйню, которая ему нужна для крафта. Бесчеловечность. Ну, короче. Так я так и делаю. Чтобы оно не лежало. Ну, паста такая, конечно, но видно было, что написанное вручную. А что ты ее ошейник Миши не надел до сих пор? Потому что сумки. Потому что у него сумки. А, о, хуйня, блядь. Сейчас, старичок, я верну тебя. Хоботки и кровь тоже компоненты. Хомяк просто не в настроении, компоненты. Видимо, сегодня. Вот так вот. У нас болотные петрушки просто пиздец. Вот я заебись, а ты можешь пацаны. Использовать петрушку в готовке? Саня, там для тебя эти есть. Огромный я отмычку... А, ты еще мне сделал. Ты же отмычки. Эх, вот бы Деду Морозу взял. Уровень. А он, кстати, через 30 экспы получит уровень, нормально. Блять, уровень что-то пиздец медленно идет. Реально, медведь, стало. Медведь всю экспу спиздил. Ну да, кстати. А у медведя усталость. У нас всех усталость. А что ты, Сандей, нас кормить не хочешь, да? Вы не заслужили, блять, больше жрать, уроды. Да я хуй знает, чем вас кормить просто. Нас очень мало. Нас мало. Мы, блядь, жрём за 30 еды и получаем нихуя экспы. То есть нас мало. Продать медведя? Да никто не будет продавать медведя, блядь. В цирк, блядь, его. Терентия продать просят. Охуеть. Вы вообще думаете, о чём вы думаете? Думать, о чём ты думаешь. Ну, блядь, цитаты с волком, чел. Жёстко. Ну, а куда его Макс посадить? Сидит учёный и сидит. Я предлагаю, короче, пусть Терентий ходит с нами, но на время лагеря мы от него отказываем. Чтобы он не жрал, да пусть в лес идет. Кстати, хуйня, может было бы прикольно, если бы реально можно было его в лес отправить, шансом, что он там умрет нахуй. Так у него же есть перк, что он, когда мимо речки приходишь, он рыбу ловит. Ты взял этот перк? Ну, он на 5-м левеле.
А-а-а. Блядь, ну забей, это слишком грязный виноград, я хуй его знает. Его не отмыть так просто. Вообще блядь. Не отмыть. Давайте его схаваем. А, так нихуя, я уже вор подмастерье, я почти докачал уже следующую, на следующую эту тему. Жестко. Да, конечно, нормально. Пиздим, ты, кстати, блядь. Можешь да. спиздить, у нас уже два уровня розыска. Да, вообще, ну, блядь, встретим первого, нахуй, ну, сразу спиздим. Нужно баранину затарить дохуя, тогда я из этого винограда просто приготовлю. Виноград с барашком? Баранья похлебка, которая бы силу дает, кстати, охуенно. Виноград в бараньей похлебке, нихуя себе. Интересно звучит. Нормально. Адский шеф бы охуел. Не, ладно бы этот виноградный лист просто был. Так, типа ну, как погнали. Долма. Ну-ка, давайте посмотрим, как вышка. Мы по дороге идем. Ну-ка, да смотри, вообще. Ля, летим. Дорога это теперь вон, наш дом. Можно исследовать что-то. Опа, копник. Я отличная не чувствую штука. Увеличение скорости. Подожди. Не, я чувствую. Смысле, блядь, огромное. Опа. А вон мухобойку у него, это походу вот здесь квест берется на мухобойку. А, с ним это. Попиздеть. Это типа, это как молот будет или что? По комарам, походу, урон больше. Мое оружие, оно называется дрожь топи. По легенде, моей семье оно досталось от тулей. А мы у них все на эти пиздили, подношения. Да, подношения. Оружие пригодится любому, кто путешествует через болото. Могу отдать его вам, но взамен мне кое-что нужно. Какая-то реликвия, блядь, семейная. Я собираю химические реагенты для продажи на границе. Сейчас особым спросом 20. Пользуются хоботки комаров. Ух, нихуя себе, да. У нас 7, да. Видели когда-нибудь картинку, где такой Райан Гослинг сидит и говорит: да пошла ты нахуй. Вот это я и сейчас говорю. Ну, не видел, но я видел, я вспомнил, как ты сидел за столом и говорил: да пошли вы нахуй. Так что я буду тебя представлять. Или вернемся за ебашим комаров, пацаны. Бля, ну тут 20 надо еще найти. Нахуй эта мухобойка нужна комаров убивать, блядь. Так это, я думаю, это охуевший ствол, типа, нам не было. Так не, ну давай мы потом, когда вернемся в эту лодку, тогда, блядь, и сделаем. А когда она же будет, уже тогда слабой будет. Ну так и нахуй тогда она нужна, вот и ответ на это. Так не, так мы тогда уже перекачь будем. Мы же сейчас съебуемся из этой локации. Могли бы нахуй захарить комаров и сэндвичку. Так опять пиздим утулей, кстати. Опа, пиво, блядь. Ох, охотничье фондюля. Фондю, нормально. Единственное, у нас перегруз теперь небольшой. Давайте. Но он продадимся. И спиздим у них что-нибудь, кстати. Мухобойку можно апгрейдить, говорят. Апгрейд мухобойки. Благословленная жилетка легкая. Да какая жилетка, ты на лук, блядь, посмотри. Ты на цену лука посмотри, блядь. Я спиздить его сколько? Я его пи... Че, продавайте там что надо? Сколько он стоит? Сколько спиздить? Сейчас. Бля, ну 100-170, но это надо пиздить. Не, так зачем пиздить? Давай купим его, 250. Ну у нас 735, так. Бля, и жилетку спиздить еще потом, а? А сколько жилетка? А сколько жилетку спиздить? 70-120, ну есть шанс. Нет, да нет, пизда. Ну там можно, ну там можно гнусно. Нет, там можно гнусно забузить, как мне говорил чат. Мужики, нажимаем escape, нажимаем сохранение. Не, я говорю, там типа есть такая тема, то что когда у тебя переваливает за 100, то у тебя есть такая тема, вы точно хотите это сделать, и ты нажимаешь нет и просто заново ролишь, блять. Ну это хуета, типа, конечно, но можно так сделать. Да, хуйня. Давайте просто купим, у нас 730 голды, мы можем и то себе позволить. Не, давайте спиздим благословенную жилетку. Не, жилетку пиздить, ну 70-120. 120. От 70 до сотни это 30. Я думаю, 90 нам накинет, 95 нам накинет. Я думаю, пацаны, мы можем позволить, ну типа, нахуя пиздить, если можем позволить. Попробуй спиздить, короче. Жилетку? 99, ну я тоже не прощу. Не хотите засейвиться? Да нахуя? Ну по приколу. Давай, во. Ну 79 вообще, блядь. Хуйня. Лук покупаем. А лук бесплатно. Да. Скачать бесплатно, блядь. Так, отмена. Ну и купили лучок, все. Так, я могу продать вот этот прошлый лук, который у меня был. Ну да, продавай. Или оставить следующему лучнику. Второму лучнику, да. Ну да, или вот броня еще. Оп. А дерьмовая? А, ну, тут никакая сбойника, ну, можем продать 30 типа. Рублей. А он все равно никто легкую сейчас не носит. Не, ну если мы продаем тунику, то да, и лук надо продавать. Согласен. Не, это просто, знаешь, из разряда вот так вот таскать, пока он, блядь, не появится, да потом купим просто, да и все, или найдем новую. Да-да. Ну ладно тогда. И лук сдавай. И лук сдаю. И украденную тоже броню продаем обратно. Не, нахуй. Заработаем. Она хоть этот лук сдала. Это другой лук. Это у меня просто пиздатый лук появился.
Ну вот этот пиздатый, который ты продал, а ей, сколько, ну, а можно сколько было ты его бы продал? Новому лучнику отдать. А за сколько ты его продал, Миша? А я хуй его знает, Сеня, я даже он не смотрел. Он со второго левела этот пиздатый лук всего. Ну если ты его за 20 монет продал, то конечно, ну, хуёво. Ну, блядь. Да ладно, похуй. Да похуй, блядь, пришло, легко пришло, легко ушло, заебал. Легко пришло. А погодите, нам еще продаться надо. Дайте что-нибудь посмотрим, что еще им продать можно. Я у меня все, что есть, я продал. У меня, блядь, отмычки и ключ остался. Я могу дерево продать. Дерево он чуть-чуть можно сдать. Чисто еще одно, все, этого достаточно. И украсть его обратно. И отпиздить их еще, блядь. И отпиздить, да. Нет, бля, мы по дороге сейчас просто лить. О, бежим! А, эти загорятся, да, могут. Сильно похуй идут, Мишаня, бежим, блядь. Конечно, блядь. У Мишани ворованные, блядь, он дерется. У меня, блядь, новая курточка Stone Island, так ты не хочешь затереть. Да ёб твою мать, бежим. Да кнопка нахуй, кто-то взял, блядь, хуйню. Кто-то реально хуйню взял. Я взял нам лечение, блядь, на зелье. Скиньте его дерево, ебаный. Ча, да я не, сейчас есть парочка этих. А, ну ладно. Когда Дед Мороз в Шиве, бля, прокачается уже, чтобы ему топор... Нам нужно снежного ириса найти. Он ультралох, реально. А мы куда мы идем, пацаны, ебаный в рот? Ну, на пограничье. Домой. А хуй, а как мы здесь пройдем? А в деревню наверху зайдем? Конюшня. Конюшня, да. Ебать, пони, может, можно купить будет сейчас. Ебать, вот пони это имба будет. А, вот это да. Да, вон они. Ебать, есть пони. Почем пони? 180, блядь. Вообще дешево. Ну, давай, пока, нет, давай поговорим, может, скидка есть на них. Ну-ка. Там сзади запертый сундук есть, что вот это. Мать погибла 20 лет назад, чумные сожрали ее на моих глазах. Соболезную им старику. Очень жаль. Но сейчас мой отец хочет спасти ее. Ее ж сожрали, блядь. Едва отворачиваюсь, он хватает лука. Чё? И пытается... Мишань. А. Да я вижу сундук, блядь. Едва отворачиваюсь. Вот еще, и вот еще. Ой, нихуя. И вот еще. Тут два. Культурный ну, шок. Давай, ладно, погодите, давай. Это что такое, блядь? Дайте почитать. Слава над вас. Еда 40, блядь. Нихуя, полноценный банкет, блядь. Снижает скорость, которая набирается усталость. Ебать. Так, погоди, а что он последнее сказал? Хватает лук что-то и что? И выпрыгивает в окно, пытается ее типа спасти. А-а-а. Давай с батей поговорим. Я должен найти Биона, она заслужила покой. О, мы упокоим ее за тебя. Бион был лучшим следопытом в мире и лучшим человеком, который когда-либо жил в этом оком забытом королевстве. Почему мне не дают помочь ей? 2000, вы ебанулись? Ебать. Сдаёт зубастый ошейник, блядь, пон. 2000, чтобы убедить старого долбоёба. Бля, не, мужик, давай там наберёшь. А это но кто? Мы можем ему обруч Бионе дать, если найдём её. Не обращайте внимание на моего свёкра. У него старческий маразм. Вместо этого взгляните на этих великолепных созданий, а? Вот именно, блядь. Подкова повышает скорость так передвижения. У нас Сеня сумки будет давать. Сейчас я взломаю еще. А подковы ящик отдельно не одеваются? Нет. Не-не. Типа либо сумка, либо подкова. Да. Хуйня. Ну такая хуйня, блядь. Все, сумка. Он на ногах носит сумку, блядь. Кому нахуй нужно 3%? Я думаю, это, кстати, пасхалка шейму. Я думаю, это пасхалка шейму, нужно дать 2000 влияния. То есть, ну, типа, очевидно, никто не будет давать ему 2000, но. По приколу посмотреть, просто... типа, что он скажет, типа. Да ничего он не скажет, он скажет, ха, ебать ты лох. Не-не, он типа там будет какая-то диалог, как ты его убеждаешь, вся хуйня. Слепую, блять. Ой-ой-ой. Пресноводный да, окунь еще. Вообще Сандей завирает. И все. Сразу следующий, ебать. Да. А понику у них возьмем, ой, мы сможем оттаскать. Да, ну да. Предлагаю попиздеть, чтоб Миша не слышал. Блять, картина пиздец, там это баба орёт на отца. Не лезь в окно, сука, Мишаня сзади отмычки такой чик-чик-чик-чик. Чистит, блядь. Я говорит, не пизди, блядь, я слушаю звук. Ну, блядь! Вот тут не могу нащупать. Блядь, сейчас подойду, пацаны. Помню. Сандай, песни какие-нибудь знаешь? Блядь. Дай песню какую-нибудь спой. Не хочу. Только мы с конем. Блять, неужели нахуй? Вова! Жаль, что мы звука никакого не слышим, было бы неплохо. Не, я слышу. А у меня нет просто вот этого. Смазка для Сени. Когда нет вот этого кряхтения. Да, это значит, что она проходит и все заебись. А, просто это понял. Так, а мы можем
Это разные поники? Погоди, надо их изучить. Они, ну, все, они просто цветом разные, не? Уровень 2, но они, походу, все одинаковые. И... А может, характеристики разные, погоди. У среднего сила 7, ловкость 3, телосложение 18. Но они нам нужны силы, я так понимаю, больше. Или с телосложением. А, вот у этого сила 8, телосложение 18. Ну, самый левый, 7, походу, 18. Самый мощный. Сила 8, телосложение 18. Ну да, да, лево надо брать. Телосложение вес дает, говорят. Сила ни хрена не нужна, Алексей. Сила ни хрена не нужна? Да. А, да, телосложение. Ну, у них 8, ну, 8 силы 18. Больше, чем 0. Жут, а у них, по 6. У них у всех, у троих, по 18. 7 телосложений? 18, да. А, по 17? Да, по 18 у всех, да. У этого, ну, просто силы побольше, у левого. Похуй. Да давай просто бонусная сила, так что левого берем. Ну, сколько давай. Надо? Сколько он с ценностью? Кого нам в отряде еще не хватает? Радоса 180. Нету, так хотел с нами сыграть старичок вообще. Ну вот, Радуга, добро пожаловать. А кто хочет его с собой этот, чтобы он слева был? Я с Максоном гоняю. Я с Серехой. У меня Дед Мороз. Ну где давайте Радоса тогда? Завербовый, чтобы он сразу тебе отдался. И Радосиком называй. О, мне Радос отдастся? Да. А Сеня еще потом сумочки сделает, да? Я уже кинул. А, уже кинул, ебать, кирилл. Ебать, так он дал нахуй. Так он 30 килограмм нам дал, что за хуйня? Блять, а у него были какие-нибудь черты? Посмотри, правой кнопкой нажми, там черты у них разные, вон что у них. Средний, например, получает на 20% больше. А, ну, все, супер, нормально. Мы самого лучшего взяли. Нет, это у среднего трудяга. А у вашего? Трудяга и силу у моего. А, ну все, так у нас Риди, и так у медведя сумка уже есть. А чё ему, волю, критический удар или движение? Телосложение. Нельзя брать. Ну, может, 10 за эти, да, за влияние. Надо на... Железный план тоже нет. Да? Как это, блядь? Сука. Он говно. Ну, волю ему. Волю бери, чтобы, блядь, от этого недоедания не сдох сразу. А то Максон тогда вообще разложился сразу, блядь, как только еды не дали. Сумки, да? Сумки скрафтит потом ему, да. Я уже кинул с медведя. А, хорош. А, это с медведя? А может тогда ошейник медведю? Да, я уже повесил. А, ебать, хорош. Ну, я все еще думаю, что медведю надо, типа, ну, 10% урона, типа, от крита. Плюс 3 урона, грубо говоря. А пони так-то сколько мы переносим? Почему мы не берем его? Этот... Он чего танкует не неплохо, говорят, но... Ну, не, 28 хп у пони, нахуй. Так пускай тебя... возят. Так, что на границе нам говорят? Я это... Так, сначала смотрим, что мы можем спизить здесь на границе. Так у нас пропустят, если скажем, что ебанулись, мы вас не пропустим. Так мы... Не, ну мы же не чумные. Да, мы добрые вообще парни. Ну давай вот, кто по границе... Ну давай с профессором сначала поговорим. Вы направляетесь в Лудерн? Мы оттуда, дура ебаная. У меня для вас есть задание. Вам предстоит спасти невинного человека от несправедливой участи. За это вы получите щедрую награду. Заинтересованы? Алазарский порошок, да. А это походу того, кто в клетке держит. Как вы знаете, алазарским простолюдинам запрещено посещать Харак. Угу. Несмотря на множество предупреждений, один из наших солдат все же совершил ужасную ошибку и пересек границу. Вот дурак. Его семья очень беспокоится, родные боятся, что он уже мертв. К счастью, один из наших источников обнадежил нас. Долго ждет своего приговора в суде камней. Приведите его обратно к нам. Понятно, блять. Да побежали, сбегаем туда так, обратно. Ну, давай сначала. А, вон, смотри, еще торговки есть. Вон торговка. Оп. Что, дайте мне спокойно помолиться, мне нужно отправиться к клану. Эй, погоди. А следопыт, блять. Я жду, пока торговка закончит молиться. А, они вместе идут, походу. Мне сказали отправиться к Виртузский лагерь следопытов, но я не знаю, как туда добраться. Мы знаем, мы там были. Как думаете, она поможет? Да, конечно, блядь. Так, ну и... давай с пограничником, да. Подбор действует во всех королевствах. Надеюсь, вам есть чем платить. Вот, сука. Да я давайте... говорю, нахуй мы сюда пришли? Мы давайте, знаете, идет? Что сделаем? Смотри, идем назад, спасаем чела на суде камней и идем через... Блядь, делаем ебаный круг, блядь, размером с ангар. Зато не платим 200 рублей, блядь. Чел, 200 золотых. Блядь, чертила сидит, профессорша здесь какая-то главная, дает нам квест, сука, а пропуск не дает. Ты че, тварь, блядь? Где у нас суд камней этот?
Сука, да, им все, блядь, и рыбку съесть, далеко и нахуй съесть. Так-то. А где он? Да ну дойдем просто заодно, 100 голды получим. Ну можем, да. Мы все равно по дорогам быстрее ходим. Ну сейчас наверх нам просто по дороге будет. Так может пошли просто нахуй выйдем, да и все. Так суд камней, быстренько сдадим ей квест, а потом выйдем уже. Так давайте тогда уже комаров заебашим тогда уже. Не, где, если по пути будем, я и бы ебашил комаров. Что это за челик идет, блядь? Где? Это мой папа. Я рибами вышел. Блять. Куда нам там дальше? А чё? Направо и потом. Чё написано? Запад, восток. Спасибо. Бля, ну мы пока по дороге идем, мы просто торпеды вообще влево, сумасшедшие. А зачем? Ты думаешь, мы там обойдем нормально? Я думаю, ну, да. Погнали, бля, а мне кажется, нет, если честно. Потому что там, видишь, там горный массив какой-то и лес окружает вокруг. Мне кажется, мы там не пройдем. Так спустимся на крюке, полностью рада. Чё крюк тратить? Блять, мне через какой-то да клип скинули. Радос нас обиделся за то, что мы назвали лошадь радугой. А чё такого? Да не, я не знаю, я еще клип не посмотрел. Щеря надо посмотреть. Жиролапа. Жиролап в натуре. А это монстр, может, какой-то жиролап? Ну да. Конечно. О, тут эти охрана ходят. О, труп лежит. Труп лежит, да. Чё у трупа? Его выражение лица страшнее его ран. И кровь появилась. А вон, смотри, вдалеке еще. Три крови мы можем последовать. Нет, не в пещеру. А, да, ой, я подобрал какие-то цветочки тут, блять. Давай. Погнали по следу пойдем. Ща, Мишаньку подождем, а то его сейчас начнет толкать этот. Карта. Тут торговец, если что, может посмотрим, что продают. Посмотри. Да они все равно выйдут по этому. Но можешь глянуть. Опа! Вечный цвет. У него не продают. Не знаю, что это, да. Ну, знаю, но не нужен пока. Ну, для бомб можно купить, прикол. Продать ничего не надо, все нормально, дадут, да? Дадут этот лазарский порошок 20 штук. Ну да. За этот. Сейвика давно не было, да, Леха, я думаю, сохраняется периодически. Конечно, каждые полсекунды сейвлюсь. Ну вот. Как бабушка. Да, чтобы она прошла игру. Опасность нет. Так, стоять, стой, тихо. А, ну, ты пока загружайте еду, я попробую отмыть броню, блять, спиженную. Смотри, Алькор, у нас Дед Мороз сидит, нихуя не делает, потому что нет ресурсов. Может, ты его нахуй в палатку засунешь? А он не дает. Блять, он в броне знания. Таким толстячком выглядит, вот так вот, посмотрите, рельефный какой, а, блять. Просто плечи, какой разрез бицепса, трицепса, предплечья вообще проработанные, нахуй, с ума сойти. А, ну, давай в палатке, пускай в палатке сидит. У нас, кстати, знания есть. Можем во имя денег на 5% больше лутать степов после битвы. Это хуйня полная. А может, следующее будет заебись? Да, вот, ну, ради невозможно. Следующего, может, стоит взять. Ну, жалование меньше. Я взял бы чисто, чтобы Сандею не брать какой-то рецепт. Блять, еще плюс 6 радос жрет, ёбаный рот, блять. Не, ну, а чё, ну, Сандею какой-то этот? Во имя слава. Влияние получаемое на 5%. Что вы хотите? Мне что-то взять? Да не, Кирилл. Уже нет, мы даже не думали об этом. Да нахуй, суки, бля. Вы постоянно, просто самое интересное, то, что постоянно вы берете эту хуйню, когда я выбираю, что нам жрать. И постоянно это выбор вот этой хуйни без меня проходит. Вы так заебали уже. Бля, Сеня, я пока твои веревки возьму, просто броню перспективнее отмыть, чем веревки. Ну давай, да. Сука. Блять. Отвлекаем Сандея. Сандей, ты иди поготовь пока, блять. Отвлекающий Сандеер, блять. Вещи ворованные в сундук, возле которого сидишь. Так это же лагерный сундук. Ну. Радос по клипу знал, блядь. Вот он. Будущее. А, Радос по клипу знал будущее? Не, ну... Он сказал... Я знал, что когда пацаны будут играть в RTS, они сделают меня типа кем угодно. Типа волком, нахуй. Кабаном, ослом, но только не человеком. Водичку? Водичку пью? Блядь, ну... Бля, не получилось отмыть. Да. Так а чё такого? Человеком сделали, не, да. А чё такого? Ну, лошадка Радоса, ну, лошадка Максима. Ну просто людей как-то труднее людей набирать. А Мороз просто у него смешное вот это имя Мороз было, блядь, и типа дед добавили. Я просто так скажу, Радуга очень милый, привет, и лошадка тоже выглядит очень миленько, поэтому всё сходится. Да, если у нас кончится еда, то мы зарубим нахуй Радоса, если же не дом. У нас у Радоса, если что, черты, трудяга... Он получает на 20% больше профессионального опыта. Ну, профессионал своего дела, видишь? Пруфи.
Бля, я хочу себе копейщика. Интересно, а за что вообще пони получает опыт? Потому что у нас Максим тоже трудяга. А, нет. А, у меня на 10-м левеле. Погоди, не понял, у нас Максим трудяга, но у него другой. Да, Сеня, до 10-го левела дойти, блядь. Да, да. Бать, у меня ловкость 21, нахуй, вообще охуенно. Так, ну что, сворачиваем лагерь? Сеня. Да, сори, я сочетал. Да-да-да, я готов. У меня так. Такой вопрос. Опа, мне Дед фан-курдыч, Мороз. Фан-курдыч, я считаю, правда, надо картошку кушать. Надеяться, так и продолжится. Отметить. Рассказать, что за человек радуга. Рассказать, что за человек радуга. Не, ну Родос такой нормальный человечек. О, 26 очков опыта для радуги. Ну я бы рассказал. Да нет, давай отношения лучше, конечно. Насколько радуга хорошая. Пони должны любить всех вокруг. Он просто великолепен. О, Мишка залезет. О, заебись, хоть кто-то со мной друг, блядь, наконец-то, ёб твою мать, блядь. Они эти, нахуй, уроды, блядь, Сандей с Алькором, нахуй, все дуются, блядь, сидят. Ты ж не Дед Мороз. Нет, в смысле, у меня с ним отношения улучшились. А, у меня тоже, у меня тоже. Да, блядь, я бы этого Деда Мороза, нахуй, вообще выкинул бы отсюда, блядь. Ты чё, блядь, у тебя это отношение хорошее? Не, ну, когда прокачается, мы ему секиру дадим, он ебать будет вообще страшно. Он уже заебал, блядь, качаться, это одни обещания. Ну да. У него еще, кстати, пассивка хуёвая, овация. Погнали. Мы еще по следам крови не дошли, кстати. Да, так мы сейчас еще, мы теперь на 30% быстрее хуярим. Что, мне кажется, блядь, мы заебемся идти по этой хуйне. Блядь, ну они куда-то должны привезти. Там медведи, кстати, медвежьи лапы. Медвежьи лапы, да, куда нас приведут, блядь. С медведями я его попиздил. С медведем, наверное. Да, я бы тоже захворил медведей. Надо сохраниться на всякий случай. В смысле, я думал, ты 5 секунд назад сохранялся. Ебать, а почему? Ну, я каждые 5 секунд сохранялся. А почему медведи так далеко идут, блядь? Все, закончились следы, нахуй. Нет, все, вот медведи еще... съели, блядь. А, нет? А ну, они просто лапы протерли, блядь, когда по мосту шли. Ну да. Да ёп... Они просто плыли, они по мосту шли, ебаный в рот. Не выкупаешь? Медведи-плавуны. А... Сколько должно быть крови, вот потенциально на лапах, чтобы она так долго оставалась, блядь? О, так может, это... кабаны и зомби, блядь. Так может медведь раненый, это кабаны и зомби, реально? И зомби, кабаны и зомби. Да, пацаны, а может кабанов убьем? Не, они сейчас как только отагрятся, все, они больше не наагрятся. Можно мимо проходить. Да ну нахуй. Блядь. Да ну нахуй. Ага, блядь. Мужики. И Сандей такой решил, блядь, встать нахуй. Там зомби, зомби. А ебать, а у меня типы вообще, тип не бежит, ебать, пизда. А потому что пизда, пацаны сзади слишком. Шифтуйте, мужики тоже шифтуйте. Да мы шифтуем, блядь. Все, зомби отагрились. А, так погодите, там туман какой-то ебучий. Мы хотим туда, блядь? Пизда. Да пизда. Нет, нам. Я отошел, я... Вы должны... Это Дейба, блядь. Это Дейба. Кто такая Дейба? Это жена, которая жена чела. Жена типа этого. А, нихуя вы запомнили. Да, да. Найдите да. их, найдите контрабандистов. Ой, блядь. Что, можем у них зелье. Ну, блядь, три лекарства. У нас ровно три. У нас ровно три. И 200 рублей получим. Ну, они стоят по 59, можем отдавать. Заебись вообще, да. Давай. Даем? Да. Ну, да, давай, конечно. Да. А их пятеро, погоди. Стоп, их пятеро, а лекарства им нужно трое. Ну так они это, могу попробуй по-братски, дать. Типа. Оно серое даже, когда я беру. А, могу дать. Даю? Да. Ну давай. Даю. Бля, я охуе, если не вылечится. А нахуя мы тогда. А, ну мы крутились, потому что она лагала, блядь. Ебать! Нихуя себе! Одежку сразу да. Слава Оку! Прямо как второе рождение! Ебанись! Вы заметили изменения? Отек спал? Отоспимся и будем как новенькие. Это точно Дейба. Больше там не была. Придется искать контрабандистов, да, а дадим да. вам то, чем планировали с ними торговать. Спасибо, наемники. Не думаю, что мы бы успели их найти. Да вы бы их и не нашли, нахуй. Это там не Дейба, ребята. Не Дейба? А там кабаны, кабаны! Да, да там какая-то... О, ой, бля. Ну ладно, захуярим, ну 9 кабанов. Рокабаны, рокабан, блядь. Да 9 кабанов, нахуй! Да сейчас там медведь затанкует, а я там... Рокабаны это чумные, мне кажется. Они чумные, кабаны. Думаешь, кабаны? Не, мне кажется, это крокодил-кабан. Да, да, это крокодил-кабан, да, все правильно. Ну да, они не чумные. А, заразный укус, блядь. Заразный укус. А, сука, да не, ну это яд накладывает, да. Да, это... Бля, яд это пиздец. Это медведь, это медведь, да. У бойца появляется рой кабанов, блядь. В смысле, блядь? Рой комаров, блядь! Ебать, что? Пиздец, блядь, что это за хуйня? Не, ну я... Рой комаров это вот этот, который по карте летает просто. А, ну... Трой, это все равно пиздец, блядь. Ну да. Бля, пизда медведя, можно как-то его в файте не участвовать? Закрыть, закрыть проход, чтоб он не мог нигде выйти. Единственная опция. А че, вот тут со мной никто не встал? Он бежит вот сюда, блядь, в яд.
Давай я встану, я готов принять кучу яда, блин. Ну, кстати, я от яда умираю быстро. Так они тоже яд тут залутают, когда забегут. А, нет, так он... А, кровоток, это еще хуже, блядь. Блин, но медведю танчить вообще нельзя. Угу. А вот сюда медведя... А, блядь, он тогда по яду побежит. Бля, точно. Тут-то Тереха и начал волноваться. Нервничать, пиздец, начал. Да, скажем так, мы все тут нервничать должны, мне кажется. Короче, мне кажется, что... Ну, смотри, здесь три первых кабана ходят все снизу. Алькору нужно стать вот здесь и затанчить, короче. А Мишу кто спасет? Мишу просто можно в другом месте. Какого Мишу? Мишкаса. Графона. Ну, не, ну я могу... Я могу помансить с ними, если что. Я могу здесь пострелять. Мы тут Мишани попробуем. Я могу тут пострелять, я могу отходить, могу замедлять. Нормально, типа, они просто не добегают до меня в первый ход, если Но что. Но можем разделиться вот так вот. Михалыч плюс Дед Мороз с Мишей, а мы здесь с Арсением. Да, только стань так... Я могу вам еще медведя как? Туда отправить, типа, если хотите, вместо Деда Мороза. Медведь просто тогда. Вот сюда, блядь, забежит в яд надо, и то он и там, блядь, забежит. Мужики, я вас не хочу расстраивать, но я вижу только 6 кабанов, где-то еще 3, блядь. Так вон они, вон там, смотри, а, вот там, вот там. Где? А, вот от Терехи, а видишь? Ты там с Дедом Морозом вижу. Справишься с 3 кабанами, вижу. Мишаня? Ну, я постараюсь, но не обещаю. Просто так, у меня теперь мой выстрел, ну, не такой ликвидный, как раньше. Ну, хотя нет, нормально, я могу 18 урона при... Ну, становись ты сбоку здесь. Бля, а, просто заблочный будешь проход? Бля, Миша побежит через эту хуйню, через этот яд. Через яд, да, напрямую. Ну, можешь так, его вот сюда куда-нибудь переставить, блядь. Вот сюда. И тогда он побежит кратчайшим путем вот здесь вот. Он-то не побежит, там ты прикол. Да побежит, я думаю. А просто я могу, например, Деда Мороза вот тут ставить, вдвоим, такая себе идея. А мне кажется, тебе нужно вообще в блок встать просто. А, потому ну, что его при первом, ну типа, его при первом движении эти кабаны достанут. Ну тут не нужно. А ты что там, а там молния еще ебашит. А стань вот здесь, ебать, стань вот здесь. И их заблочить нахуй этим. Они просто начнут тебя пиздить, их молния на эксход разъебет обоих. Я думал об этом, но там, видишь, там опасно. Там непонятно, как точно нужно вставать, чтобы да, молния... Да, Кирин, я знаю, но видишь, мне тут надо этот проход держать, вот, а сюда, медведь нужен вот там тоже. Встать. Они не пройдут, вот здесь вот, где-то. Вот, вот место. Вот. Не, так я говорю, стань так, чтобы прям перед молнией, чтобы они тебя загрелись. Вот сюда, вот в эту клетку. Как-то. Да, вот тут яд в этой клетке. Ну, яд. Вот ну, здесь могу встать. А молния не достанет меня? Я не знаю, там пикселю какой-то выпадает молния. Ну могу вот сюда встать. Ну встань сюда, если что, перезапустим бой. Это вот сюда могу встать, вот сюда. Вот здесь вот. И в оборонку. Тогда он сбоку забежит. Мне кажется, поближе надо. Ну могу вот сюда встать. Есть инфа, типа там, если один пиксель попадает в эту хуйню, то все, молния будет? Да, бьет вроде бы. Мне кажется, просто вот сюда идеально встать. Ну типа в яд этот. У тебя тогда вообще ни один пиксель не выпадает. Но тогда может вообще сбоку вот здесь встать. А, ну. Ну яд попадает. А они печенеломы до СНД не дойдут. Они еще яд первый ход. Я вот сюда не один. Вот, смотри, сейчас. Они вот, кровоток вот. Накидывают. Не, так они же мрут, один хуй. Вот так вот. Они кровоток накидывают? Вот так нормально должно быть, кстати. Вот так должно быть нормально, я думаю. Да, заебись, я думаю. Да пока ну, норм уже да, да. Вроде бы. Это похуело, что мы тут остались, потому что... Получается, мы юзлесс типа теперь. Ну, можете их... Ой, блядь, да еще кабан нахуй сдохнет, и еще рой пойти говна жали. Заспавнит, блядь. Это просто пиздец. Кабанчик кабан походил, пройти. Блядь, да. Вот кровотечение, это, если честно, пиздец, Алексей. Да, угу. Да, мне все плохо с кабанами, да. Ты 10 урона, блядь, да. Улетаешь за кровотек. Мне с кабанами овер плохо жить. Это всем плохо. Там у нас, кстати, была тринька, которая кровоток 50% блочит. Ну, вероятность, что она 50% заблочит. Лучше бы взял кто-то. А, это тринька? Это... Я думал, это... Всем сейчас... Кому-то мать сейчас срочно надо сходить или нет? Не-не-не. Могу я сходить просто, Кири, и отъебнуть одного ходи, в сторону, ходи. Да. Я не буду максимально их пушить, я буду просто рядом с тобой стоять. Да-да-да-да-да. Я типа встану вот сюда сейчас. Да надо взять чела с хилкой, мы просто пока не дошли до этого еще. Я взял бы копейщика себе какого-то. Наверное, вот надо взять какого-то чела, который будет критулю первую бы, помощь. Критулю! Сука.
Давай. Может, Мишане надо было с медведем где-то справа идти пиздец вообще, так подумал. Там нету яда, и ты с медведем ебашил бы, наверное. Ну, с медведем я бы ебашил нормально, это факты. И вот у этого. Ух, хорошо, на, блядь. Ну, ты и так ебашишь нормально. Ну, 20, у меня сейчас 26% крит, это пиздец много. Так, я Кири, за тебя встану пока. Ага, они там все в этом, они, в грязи, во-первых. Да, они и в грязи, они будут пиздец долго идти, забей. А их грязь топит? А, ну да. Конечно, блядь. Они же не на гусеницах, нахуй. Тереха, Тереха, ты куда, блядь, Тереха, остановись. Блядь, ну если... Не, ну слушай, блядь. Ну, два кабана. Да, но на мне яд и кровотечение, вот в чем. Траблс. Да, Колдмас смотрел. Бывает. Что, мне к вам бежать наверх тогда или куда? Или вправо с Дедом Морозом здесь дрочить? Справа с Дедом Морозом, тех ждите, наверное. Походите туда, Дедом Морозом. Не, мне кажется, мы с Кирюхой с этими вообще изи справимся. Ну да. Я могу его куда-нибудь вот сюда подвинуть. Я не знаю, мы будем... Ты поместишься здесь? Я-то помещусь. Я просто думаю, что мы вдвоем их пиздить. Ну, в оборонку, да, встань. Ну, давай, давай, решай, что я тебе нужен. Куда встать, посмотри, что ты прошел. Вот так, как ты нажал. Ну, да, да, да. Ага. Да смотри по ситуации, в принципе. Ну тебе чисто пошел, типа, два кабана минус. Я просто изначально сказал то, что я могу один здесь стать. Ну, вроде готово тогда, да. Я на самом деле стал с тобой, чтобы ты чисто от меня вот эти поинты. Да, ну поинты заебись, согласен, потому что мне... Кабан нахуй побежал. Кабан гений, а он в обход пошел, да. Они, видишь, они пытаются игнорить яд, но, походу, если нету вот, способа... Поэтому нам нужно, сука, лесничего брать, чтобы нахуй этого медведя ебаного управлять, потому что он тоже точно так же пойдет. Так Мишане же скоро будет... А вот здесь этим, пойдет, да. Бля, ну я, если честно, не думал именно вот этого перса делать управляющим зверей, ну посмотрим. Звереводом. Да. Бля, как же там молния сейчас сладко шибанет, нахуй. Надеюсь, она реально убивает, а не... Ну, конечно, убивает. Я просто скипнул ход, ребят. Ну да. Пань. Оп, заебись. Походил. Ебать, не ходит. Да. Подыщ, блядь. Бабачни. Вот это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это страшненько. Хамарики, бля. Так, мне, походу, выйти отсюда надо, да, как-то, или нет? Ну да. Кажется, эти тысячи кое-что летят. Я могу первым пойти на кабана, и потом когда-нибудь... А медведь на неё доходит. Скорее нет, чем да. Не доходит, пускай лучше... Бля, я съебаться могу. Игра намекает на то, что ты воняешь. Еее. Нет, тебе нужно будет отойти куда-нибудь сюда? В яд. Ну чё? Не в яд, а когда как-нибудь так и ебануть защиту свою просто и все. Да я могу вперед пройти и защиту встать. Ну или так, да. Ну просто, нет, тебе нужно подойти сюда, чтобы кабан этот подошел к тебе. А, там медведь ходит раньше. По поводу лефтика... Просто не нужно, я хомяк, я бы сыграл. Через яд шел, и ну ты ну, просто прямо пойду. Тебе не обязательно первым ходить, к слову. Ну да, вы можете походить. Меня комары уже пизданули. Это шо, блять. Они как работают? В конце хода хуяют. Спасибо, сборник. Они уже хуйнули же. Кажется, этим стихом привлекает пот. Да я просто пот. Проходящим парень, через рой или заканчивающим... Ну, типа, короче, либо в, если в нем заканчиваешь, либо проходишь. Да. Так что Мишаня может пускай ебашить там? Ну, я могу сходить. Мишаня. Да, я могу по вот этим влететь, так сказать. Бля, если еще повезет, и вот этот кабанчик-то сейчас и отъехать может, блять. Который первый. Ну, будет вообще хорошо. Ну, если не умрет, я его добью. А, не, он короче, смотри, не-не, мы убежим. Да, да, да. И он пока будет добегать, да, он сдохнет сам, блять. Заебись. На, нахуй. Так, а я посмотрю, как эти идут. О, нормально, это тоже в этот ход не добегают. Все, заебись. Так, чумной кабан. Развернулся обратно. Гений, блядь. Хорошо. Надеюсь, он умрет быстрее, чем... Их жалко, комаров не забежал. А по мне вход сколько проходит? 13 урона за ход, у меня 40 хп, это я выдержу 3 хода, получается, да, и потом умру. Mm-hmm. Заебись. А кручение не пропадает? Оно всегда вешается, типа? Охуеть. Ну да. Знаете, скажу вам честно одну такую вещь. Привет, Мипук, синий не забивались. Я так понял, после Вартейлса Аркор пойдет, потому что его Маша. Но пока у меня этот ебаный молот, я чувствую себя самым бесполезным после Деда Мороза. Это пиздец какой-то. Нормальный молот, чё-то. А Мишаня уже отстрелялся? Да, да.
Эх, привет, сборник, блин. Эх ты! Мне либо сейчас, либо на следующем ходу походить надо. Могу сейчас ходить. Ходи сейчас, ходи сейчас. Куда там кабан достанет. А где он не достанет? Вот здесь не достанет? Вот оно, всегда так использует. Так, сейчас тогда вот тут, его тут не достанет. Да он все время через яд пытается. Бля, просто пройти, прикол в том, что тебе уже есть яд, он что, опять навесится? На кабана, да, же не навесился? Мне кажется, еще раз навесится. Ну вот кабан то помог я как-то ядом, одному человечку очень давно получить галку на Твиче. До сих пор жалею, блять. Не хочу. Ну у него яд сохранился. Потому что, как оказалось, только это от меня и надо было. Ну, алькор он бы продлился на второй ход еще. Да я просто в оборонку встану и все. И похуй. Похуй. Блять, ну 13 хп получается с этого, это пиздец. Блять, ну кабан. А на это стакнул. Блять, этот кабан, это что-то с чем-то, блять. Выйти и зайти заново, так что это. Так что стакаться будет, когда выходишь, заходишь. Так, что Дед Мороз, ждет просто? Если ты будешь стоять, я... Ну, вообще... Кто там еще может походить? Сэндэй? Да. Не, ну Дед Мороз, я просто... Я не понимаю, типа... Ну я думаю, я, короче, просто. Не, мужики. К ребятам. Ну, да, давай, давай, Кирилл. Я тут пока постою. Отойди Дед Морозом тоже куда-нибудь. Не-не-не. Отойти. Это, может, задолго, я задолго до этого было. Ну, типа, куда-нибудь сюда, на клетку. Или, сейчас там Сандей походит. Бежит, бежит. С бандой блеск. Я тогда еще не общался. Блеск. Ой, я еще и поинт не потратил. Ой, нормально. Ай, Мишаня. А вот сейчас кабан на медведя сагрится. Чё, Мишаня? Главное добить их быстрее. Да Мишаня, там Тереха полутал. А куда ты хочешь, чтобы я подошел? Вот сюда, например? Куда? Ну, просто так, ну, куда-нибудь, ну, сюда вот, сюда, может. Да, понятно, сборник. Что, ни один не достанет? Ну, вот здесь кто-то еще не ходил просто. Оп. Сейчас я посмотрю, этот не достает. Что вот котлета, что достанет, сборник, ну, все, блядь. Тут и останусь. Потеряны. Давай, через ядик. Хорош, через блядь. Еще комарам. Ой, хорош, блядь. На медведя агрись. Он-то заагрится, но у медведя хуёво будет, пиздец. Ну, всем хуёво, блядь. Мне нужно, чтобы как можно быстрее бой закончился, и мне, и медведю. Да, блядь, эта хуйня ещё последняя ходит. Я не достаю до него ни при каких, блядь. Андон ебаный. Не, в принципе, я думаю, вот эти кабанчики, ну, за этот ход не сдохнут, но... Ох, ебать, там комары к медведю сами прилетели, блядь. Так, ну, пацаны, я могу третьим сходить, если вам необходим ход сейчас. Бан, походу, этот скоро сдохнет, медведь, Мишка. Да, у медведя сейчас дэмэджа очень много из-за кровотёка. Надо вам сейчас ходить или... 46 плюс... Тогда он, походу, не умирает. Если кабан его не ударит, то он не умирает. Надо, чтобы он смог отвязаться от боя, потому что если он закончит бой, эти... Подскажите, как мне проверить, смогу ли я добежать до медведя? Как скиллы свои там прокликивать? Правой кнопкой. Режим. Правой кнопкой по скиллу, это твой тестовый режим. Потом на ногу встаешь. Да, не работает. Встает. В смысле не работает? Не, именно нажми, типа, закрепить предпросмотр, и потом тыкни на ЛКМ свое движение и двигай. Ну, ясно. У меня некоторые скиллы просто нельзя закрепить предпросмотр. Короче, смотри, еще я предлагаю. Дед Мороз начинает файт с этим кабаном, а я ему в спину, нахуй, 3 удара, блядь. Рабочая? На рабочая. Могу прямо сейчас начать с этим кабаном файт. Давай. Морозом. А Мишаня там не достанут секунду? Не, я говорю, мне, я могу третьим сходить. Они ходят после третьего. Третьим. Надо Мишу спасать. Я вот просто думаю, может мне сейчас первый ход вискосом и пройти вот сюда и начать к кабану хуярить. Ну этот кабан просто свяжет меня. Тебе... А, не слушай, Мишаня в третьем пошли. Армор, вот, который да, можешь, ты даешь на область, ага. Он дефает от кровотека? Нет, только от ударов. Там написано урон, но нихуя не урон. Там все подряд. Ну тогда вот сюда иду и начинаю спину месить кабану, чтобы быстрее его убить. Может он переагрится. А ты не умрешь, блядь, сам? Он не переагрится. Нет, не так, а в смысле, а из чего алькор ты должен умереть? Ну яд еще, там еще 3 стака яда у него будет. Не, вот здесь не будет яда, если я сюда нажимаю. А, ну окей. Ну написано, что не будет, блядь.
Не наебало? Прокричать, дать Мише и себе еще защиту. Давай, давай, давай. Чтобы, давай. Может, Миша чуть подольше поживет, если на него кабан сагрится, блядь. Не, ну, да кабана он, по идее, должен убить. Блядь, вот на самом деле, вот тот верхний кабан, который убежал дальше всех, вот он надо, чтобы возвращался, блядь. Потому что нам надо бой быстрее закончить. Да, нам нужно как можно быстрее. И встаю вот этим. Все. Угу. Кто сейчас ходит? О, ебать, а есть идея еще одна. Сейчас я завяжу кабана боем. Я могу овации ебануть, и когда кабан вот этот пизданет медведя, медведь ему еще ответку даст. Так я думаю, так он и так его убьет. А, не, не убьет, он ему ответ. Ему ответку даст. Что-то мне кажется, что типа... Да давай ебану. Медведь... У нас ебану, пока есть. Мне кажется, что медведь сдох уже в любом случае от кровотека, от комаров. От яда пойдет вниз сейчас. Ну сейчас посмотрим, нет, должен успеть. Нет, он не от яда, блядь. Он просто умрет от кровотека и от комаров, в которых он стоит. Бля, не хватает навыка первой помощи, конечно. Вот сейчас бы найти этого торгаша, и за 300, бля, я бы купил с удовольствием. Да, первую помощь надо брать. Это прям топ-тема оказывается. Так, вот сейчас я... И да, я хожу, окей. Нам достаточно, кстати, добить парочку, не всех, просто чтобы они сбегать начали. Хватит их отрывает, нахуй. Ну смотри, там челу 5 урона нанесется, но... А, ну забей. Ну вот этого добивай, да, вот а этого. Этот умрет сам. Этот сдохнет, он пока побежит, он да. Побежит мимо комаров, mm-hmm. Блять, и... Ой, ебать, ёбка, я еще к Сандею встану и поинт дам, ебать! Не, ну на импакте, на геншин. Топ-тема, это должен подыхать, все, пизда ему. До свидания, блять. Хорош. Кто там следующий ходит? Я, наверное, пойду. Или кто? Кто еще не ходил? Сандей? Я, да. Может, тебе бы убить этого кабана. Было бы очень хорошо, конечно. Да, я убью его. Пускай в Сендей походит, я потом последний покажу. Да не знаю, куда мне идти. Я могу попытаться добежать до этого кабана. Это, да, этого мы забьем с медведем, я уверен. Да, по идее, надо на следующий ход убить всех, и, возможно, Мишка выживет на крит-ране, ну, какой-нибудь. Не, нам надо... А, у него же еще ярость. Всех, ярость не, есть, не да. Всех убить, а этот, так. Как его... Ну, мы, короче, не добьем одного кабана, и остальные сдадутся. То есть у нас есть время спасти Тереху. Вроде там есть, мне да. Бы не умереть от кровотека, потому что знаете, у меня еще вот один ход. Знаете, я вот так сделаю на всякий случай. А, блин, такой ликор тоже на самом деле. Да, там кровотек это самая большая проблема в этой игре, блять. И этот сейчас будет по... сколько? По 12 урона получать. Не, по ну я на вот этот ход сейчас приду, уже помогу вам, нормально. А куда сможешь? Крутануть не смогу, да? Там без варика. Нужно, если они сбегут, нет, а не добивать их, отпускать, блядь. Это 100%. Нормально, добьёшь? Нормально, долго. Да, да, должен. Мощно. Я могу... Бля, я могу его веревкой связать, ебаный в рот, пацаны. Блядь. Он нам нужен, блядь. Вы заебали, вы так вас кормить, блядь. Не, ну, кабан, который кровотек вешает, это нихуя себе на самом деле. Очень сильная хуйня какая-то. Может, не ошибка была, кстати, бомбу бросить в кабанов. Да, у тебя там есть бомба, вот там 6 урона. Там... Ну, он же кровотек вешает. Ну вот раз. Раз. А он. Если. А второй. И должен второй раз. Два. А, ну его и так хорошо, блядь. Хорошо. Ой, блядь. 46. Гемофилия, что? Причинность на 5%. А чё ты ко мне пришел, комар ебучий? Короче, не, смотри, как можем сделать. Я. А, ебать, а хочу это. Сейчас мало нужно хожу, двоих блядь. Сейчас убить за ход. Одного вроде не важно. Одного, если он сдастся, то можем спастись. Да. Надо блядь. По кому-то выдать весь дэмэдж. Арсюк, а ты если прицелишься, тебе хватит. Если я прицелюсь, мне хватит, но я его. Шотнуть реально. Не, ну я его могу убить, если критану. Ну могу попытаться шотнуть, давайте я. Ну погоди, смотри, есть такая подожди, тема. 27, что... да, я по идее смогу. А какого-то? Смогу, вот потому что у меня ярость. Я вот этого своего ёбну. Короче, вот этого ты точно его убьешь? Нам за вот эти три хода надо делать. Блять, а может вот в этого лучше скинуться всем вместе, да, а? Я бы в этого скинулся. Тут и Дед Мороз поможет, да, и Михалыч да, поможет, да, и Мишанин. И я подойду. Лучше точно убить. О, забей, а, ну нахуй, все, нормально. Все, блять. Что, ты добивать тебе? Добивай, конечно. Добивай, да. И надо, чтобы он сбегал. Все. Отпустите их, да. На тоненького, блять, красавчик, выжили, удачного блядь, стримчика. Да. Чешуя кабана. Красавчик. Красавчик.
Чешуя крокобана. О, это мне алхимический элемент. Но мы сейчас привал будем делать, поэтому все забираем. Дед Мороз апнулся! Ебать! Ура! Твой Сандей самый бесполезный в команде. С Новым годом! Тебе Сандей самый бесполезный. Суки. Ебать, наносит всем бойцам в области 11 урона и гарантирует крит по отравленным. После того, как Арсюха покрутится, ему бы еще покрутиться. Мне 2-3 плотненьких боя, я 5-го буду наконец-то. Так, а чё ему лучше качать теперь, блядь? Уф, блядь, каждый раз, когда так нападает по нескольким противникам, дается один этот. Каждый раз, когда боец вступает в сражение... Блядь, ну ему вообще взять доблестную черту неплохо. А пауза стоит сейчас, да? Да, да. Да. Блядь, а чё ему брать-то вообще? Блядь, то, что медведь этот гемофилию залутал, это пиздец. Он теперь потеряет по 25% типа хп. То есть 4 хода и все, медведь сдох от кровотечения, блядь. Всегда? Да. А это нельзя вылечить ничем? Не, нельзя. Погоди, блядь. В смысле, что он залутал? Надо просто лесничего. Гемофилии. А я не вижу у него этой хуйни пока. Чертах внизу. В дебафах. Ой, блядь. Каждый раз, когда так подает по несколько противникам, он дается один навык. Или просто вступает в бой. Но он крутится, насколько я понимаю, да, Дед Мороз? А мы тоже такие дебафы можем получить, да? А, ну да, конечно. Ебать, у меня козоглазие оказывается. А что она дает? Ну, я так понимаю, ну тут просто по-английски precision снижается на 10. Ну, меткость, я так понимаю, блядь. Ну, блядь, это неудивительно, что я тогда Сандею въебал, блядь. А мне храбрость дала, сила и ловкость повышается на 5%, если в начале боя противника численное преимущество. Соколиный глаз, блядь. Угадай, куда целюсь, блядь. Часто ли он будет? Это, наверное, тебе дало из-за того, что ты попадал по своим союзникам. Скорее всего. Хули, один глаз на Сандея, другой на противника, блядь. Так, а чё лучше Деду Морозу брать тогда? Кто он у нас будет? Танк, дэмэдж-дилер? У него воля 16. Он типа довольно долго жить может. Телосложение у него 16. Реально у меня поле зрения больше, блядь. Можно карьерные планы дать. Давайте вот это улучшим. Все, готово. Так, боец больше не может носить критические удары, у меня рваная рана, нихуя себе. Лечи. Но это не гемофилия хотя бы, блядь. Это так, гемофилия. Ну, вроде все. Так, дай посмотрим на Тереху, а мы не можем на него посмотреть. Смотрите, у нас здесь есть туман. Мне это немножко не нравится, блядь. Это ну ты давай выглядит. Сохранись просто и все. Да, сохранение есть. Так, а там же видно, что там там внутри, видно блядь. Какая-то хуйня, да, внутри. Да, да. Там волки, блядь. А, это еще крокобаны, блядь. Исчезли. Или, а, это призраки, блядь. Призраки? А что за хуй-то? А, не только ночью, наверное, а у нас утро началось. А, это только ночью сюда надо приходить. Ёб твою мать, ну, пойдем отсюда. Блядь. Шли. А куда нам надо, и кстати? Погоди. У нас же тут где-то круг камней недалеко. Ну вот, не, ну пошли тогда наверх и через наверх, эту, блядь. Да. Так у нас сейчас, может, поспим, блядь? А ты думаешь, у нас будет это? Погнали круг камней, баш. Да, нам, нахуй нам это место? Визерка, вы думаете, не захуярим, да? Да пошли они нахуй просто. Там может, мы можем это? Бля, я застрял нахуй. Так у нас же нету этого. Блядь! Обратно бежим, обратно? Не, вот сюда, налево, налево. Да пиздец, ну, ну, блять. А, ну они за вами. Все, они по идее. А, да, не лохухи. У нас сейчас лавина закончится, давай. Да не, пизда. Мужики, блять. Я не могу вам. Давай, ну, подшифтись. Нахуй. Оп, все. А как мне с вами соединиться теперь, блядь? Ну так ты стой, там, с той стороны иди. Блять, на меня. Ой, пизда, парни. Надо лагерь вставать. Пизда, жрут! А шо ж ты не спринтил-то, дядя? Так, блять, у нас этот, нахуй, стамина где, блять? Я в этом, я застрял, я даже ходить не мог, блять. Нет, в смысле, Сандей говорит, чё ж ты не спринтил? У нас усталость, блять, как я тебе буду спринтить? Да, ещё устал. У нас загрузка прям тут есть, до этого я спринтил, блять. Да нахуя? У нас, да я не хочу с этими, с чумными драться вообще, блять. Да давай. С чумными сейчас будем. Медведь точно полутает. Да. Погоди, а медведь может от чумы сдохнуть, блять? Конечно, чё нет. Я тоже думаю, нет.
Я уверен, что может, это ж медведь, блядь. Просто 9 чумных, одна чумная рана и пиздец. И личий год. Ну да. У нас еще и очко доблести всего одно, потому что мы не отдохнули. Так я говорю, давайте, да. Так мы еще и все спать хотим, сила и ловкость на 30% снижены. Оо, вот мужики, это, блядь. Вот это вот хуёво. Не, ну это... Ребяточки. Мужики, смотрите. Блядь, игра закрылась. Блядь. Это был сон, блядь. Блядь, вот это вот что-то чувствуется, блядь. Я просто видел будущее, блядь, и нас раскатали. Мы их убили, но у нас минус 2 потери было. Может, мы успеем этих, блядь, призрачных кабанов ебануть? Ну да, нет, так-то если бы мы реально подбежали и сразу тыкнули на них, то мы бы, мне кажется, успели. Может быть, давайте попробуем. Ебало джунгарских хомячков, которые переносят чуму. Ну так а чё, медведь, блядь, это хомячок, что ли? Так, ну, что ебать. Всё? Ну да, это просто большой хомячок. Чё, ну, блядь? Блядь, охуеть. Биологию в школе не учил. Ну то, что мы все эти поотдавали. Да, у нас очков действий вот с этими призрачными кабанами тоже особо нет, чтобы драться. Ебать, а крюк можно даже снизу вверх вешать? Нихуя себе. Ну да. Ну имба. Хули ты, блядь, крюк берешь, в жопу Сандею пихаешь, говоришь, что мы опять не прокачали кулинарию, и все, блядь. И чё, и где они? А сейчас... У нас рассвет, но их не было уже. Не, мы подходили, я видел их, блядь. Ну я тоже видел в прошлый раз, но сейчас их не было. Ладно, погнали, куда нам надо? А, туда же идем. По карте. Нам круг камней закрыть и съебаться отсюда. По-добру, по-здорову. Да, мы влево идем. Нам влево вообще надо нахуй. Да, погнали влево. А чё, кстати, зомби агрится с полкарты? Это ж нихуя себе. Они просто раз ближе, мне кажется, были просто. Да далеко довольно были. Главное на дорогу выйти. Сейчас-то мы тут ускоримся. Там есть шоу контрабандисты, которые торгуют с нами. Можно, кстати, купить для приколов. Аккуратней в комаров не наступи. Мне кажется, на карте они не работают. Лекарство от чумы. Лекарство от чумы. Бля, мне кажется, оно нам тут... Вот мы, блядь, опять зашли на один квестик. Мы дюпнули, я 3 купил, еще 2 осталось. Или там 5 было? Там 3 было. Нет, там 5 было. 5, у меня 5. Нет, у меня 3 было. Да? Ну хуй. Это, походу, у хоста. Нет, это у хоста, походу, 5 откатилось. Может, у хоста просто, да. Я бы все купил, если честно, пацаны. А нахуя? Не, ну пока нам все не нужно. Не, ну пока вот мы просто такие с этими типами не деремся. А хотя так могли укради, подраться. Укради последнее. А, так давай. Ебать, с этого и надо было начинать. Так надо было все украсть. Сколько надо было? 50-80, блядь, нихуя. Ну так это заодно. А, за 80? Заодно 50-80. Да хуя. Лекарство, походу, ценное, пиздец. Понятно, что ценное. Ну типа, опять по квесту надо будет кому-то помочь. Потом у нас опять кто-нибудь заболеет, чтобы как пусси, блядь, не перезагружаться. Комары, комары. Проблема в том, что видишь... Лагерь ставим. Тут даже давай. Не то, что как пусси, нам же ломает игру, вот чума. Да. Ну так просто ее не получим, лол, сразу противоядие выпьем. Ну, это факт. А так сейчас надо это... Придумал. Веревку уберу. Попытка отмыть стоишь? Опять. Все, найс. Сука, отмойся, пожалуйста. О, семь останок животных. Бля, я вот просто, у меня остатки животных вот эти ассоциируются с тем, из чего вот колбасу обычно делают. Чел. Хрящи, там, блядь, хвосты кенгуру, жопы свиней, блядь, и так далее, нахуй. Вот, я как-то раз забыл пельмени на этой, как ее, на батарее. Не спрашивай, как это произошло. Они тоже покрылись вот такой зеленой хуйней, как это, кросвинина. Ебать, у нас там хавка, блядь, охуенная. Не думаю, что стоит кушать ее, да. Это пиздец. Или в такой вот дешевой тушенке вот эти, бля, кожи ебаная, блядь, еще. Фу, блядь. Да вообще. Там что-то зеленое, блядь, ты вообще ужас, нахуй. Там вот эти вот трубочки вот эти там какие-то, блядь, непонятные, нахуй. Тромбы, блядь. Это сухожилие. Да, не знаю, мне не нравится такое. Не, резина, блядь. Я согласен. Не, ну с гречей схавать нормально. Так, лучше, чем ну-ка. Ничего. Да сука, когда я отмою это уже? О, отмыл! Найс! Кого отмыл? Шмотки свои. Броньку? Ну, броньку, хорош. Да. Всё. А чё за звук такой? Я подписал Миша, Аня, блядь. Идём сюда. А, или нам куда, блядь? Нам влево. Вот мы сюда идём. А, да, вижу. Блин, комары посмотрим. Идём комаров, мы, бля. Так. Комары? О, давай.
20 носиков и дубилка наша, блядь, дубинка это. Дубинка. Не, ну раз мы тогда вернулись, то реально можно пофармить. Так это ж для Сандея, блядь, дубинка. Да, Сандея не бесполезный будет. Для меня она или нет? 12, блядь, вообще. Мы тогда 16 просто вынесли вперед ногами, блядь. Ну да, чисто Михаил, блядь, Михаил. Ну, дубинка, я так понимаю, она чисто только против комаров будет. Да не, вряд ли. Мне кажется, только против комаров. Блять, она выглядит как, это, хлопотушка. Ну, она явно будет лучше дефолтной хуйни. Ну. Так, где комары? Вот тут 4. Ну, вот их пиздим, а остальные подлетят. Вон те там. Они все по разным местам, короче. Эти вообще через грязь. А, им же похуй на грязь, да. Они летают. Ну вот а как тут лучше-то встать, блять? Да я бы быстренько вот этих центральных закрыл бы и потом бы дефался от остальных. Я пацаны, могу... наверное, я тогда... Я вот этих три ебашить, вот этих. Мне которые кажется, дальние, их... верхние или которые... Не, вот эти, которые первые будут ходить сейчас, я хочу, ну, наверное. А-а-а. Ну давай, тогда знаешь как, оставьте я нас просто... тогда с Серёхой вот тут, типа, вот здесь. Я просто думаю, у кого левых ебашить или правых? Здесь молния, блять, как бы он не стал в эту молнию. На, хотя, блядь, да не, погоди, а вот если... Он блядь, просто может стать. Давай в левых. Простите, пожалуйста, есть... А нихуя, по 40 хп у типа? Да это нормально, у них всегда было по 40 хп. Нет, тогда 32 было или 34. Я тут себе немножко проспойлерил, что это за мухобойка, блядь. Она нужна, ребята. Понял. Это пиздец какой-то. Ваншот комарам? В радиусе 10? Ну, чтобы вы понимали, там есть... отдельный эффект, и плюс, если цель комар, этот эффект умножается на 1000%. Ебать! Нормально, блять. Ну так-то изи фармить получается. Я думаю, может быть, Михалычу нужно отойти к нам, и типа Дед Морозу тоже к нам, и тогда вот эти верхние полетят в сторону вас с Серёхой. Какие верхние? Погоди, нет, типа... А. Не, ну Дед Мороза, ладно, Дед Мороза можно с тобой оставить, чтобы если что, тебя не за жопу не укусили. Да, я вообще Дед Морозом хотел покрутиться, чтобы нанести крит по тем, кого ты сейчас отравишь. Потому что у него крит по отравленным бойцам. А тут, ну... Короче, ладно, все выставились, я начинаю. Да, да, да. Не, на самом деле там он еще отталкивает. Она прикольная, но нет. Посмотрим. Да меньше читал бы, блядь, интереснее было бы играть. Тебя забыл спросить, лох. Лох пока ты, блядь. Опа. Опа, кровотек на комаре. И критулечку, Сеня, давай. Без критулечек, блядь. Погоди, а дайте-ка Деду Морозу потом сходить. Сейчас, секунду. Когда все сделаешь. Не пон. А, пон, все нормально. Ну вот, сейчас Деду Морозу, конечно, идти. Сейчас Сеню жрать пойду. Уже не так приятно. Ебать, пятерочка? Да, нихуя пятерочка. Троечка. Ну этих я на next ход добью, по идее, если первым похожу. Так, дай-ка кое-что, блядь, Дед Мороз попробует сделать. Нахуй. Не, так я могу их добить на next ход, может, ты вот это лучше будешь ебашить вместе со всеми. Погоди, он наносит 11 и крит будет. А крит сколько добавляет к урону? Он еще их оттолкнет, и виска забьет точно. Знаешь, в чем самая большая этого. Проблема Мишки, на самом деле? Бля, ну я хочу просто попробовать. Можно я попробую, Арсений? Ну, попробуй. Попробую. То, что да, Миша да. Может просто вот условно, будь какая-нибудь один раз хуйня, и он в молнию забежит, и все. Блин. Вот ну, я, да. об этом сказал вначале. Бля, ну мемно будет пиздец вообще. А, вот этот выживет. Ну, ладно. Ну-ка, покажи, что он научился хоть. Ну, блядь. По 15 урона ну, научился где, давать. Где? Охуенно. Ну, ярость я могу сюда, ярость сюда бить, да. Тут-то, ну, вот тут-то, вот тут-то Сандейчик начал волноваться, блядь. Куда ему отойти еще? Да пусть тут стоит, блядь. Проходы есть, что есть. Просто волына нужна, ребят. Угу. Сюда пускай станет комар, если еще в яд залетит. Там у типа... Топор 9 силы дает, и у меня хуйня на плюс 2. Да, мы с Гюнтером мы знаем. Он в соло никогда не убьет медведя, а ты в соло медведя убиваешь. Так. Шо ты, Сандей, иди на него. Следующий ходит? Да. На верхних, что ли? Нет, ну или на какого хочешь. Да на вот этого можно.
Можно и на этого, наверное, скинуться, хотя хуй. Да. Бля, вот, да, вот да. Тереха бы на верхних. Я надеюсь, что Тереха на верхних пойдет. Тоже бля. Очень надеюсь. Не, Тереха на левых пойдет. Вот ну вот на этих, да, надеюсь. Он только туда и дойдет. Жестко сэндвич ебал. Давай, хорош теренчик. О, охуенно. Ну, чипоинт потратил. Красавчик. Бля. Ну это чтобы два раза ударить, наверное, да? Не-не, это просто дыба. А. Или да? Не-не-не-не. Хоботочки так, наши, ну, хоботочки. Я к Терехе тогда сейчас пойду. Да? Да. И расстреливай там всех. По старой, так сказать. Отработанный. Так, сейчас я посмотрю, как мне... Так, наверное, встану лучше. Но они вот так будут вставать. Вот так и вот так. Они вряд ли будут обходить спереди. Бам. Сзади, то есть, тут. И по Комарику свободный поинт очки доблести, он еби. Да я вот все думаю... Все равно пополнишь. Да не, ну я и въебу. Просто я думаю вот в заднего въебать, чтобы он, возможно, даже и не долетел в следующий ход. Ну давай. А сколько шанс попасть в переднего? 60. О, ну так нихуя, заднего, ты 40%. Да, ну и он не доходит до Терехи, охуенно. Ну там Тереха может раньше проходить. Самые первые локи можно найти ну, да. Для уникальных двуручных дубин, очень мощные, но их сложно достать. Вот не пиши как. Мы знаем, что они там есть. Не пиши как, когда сейчас все загуглит и узнает. Комар через комаров прошел и дэмэдж получил. Ой, блядь. Рой комаров ударил комара. Ебашь в спину. Да? Только надо так, чтобы не задеть. Да не, Эльверсан. Ты равный, блядь. Когда вплотную находишься, нет таких бля, задеваю. Да и через яд пройду. Да пиздец. А как тебе идти? Ну я, короче, сюда пойду, походу. Так, а не, шел бы, наверное, к тем. Шел бы к тем. Просто, да, просто. Просто вот эти на следующий ход еще двое умрут. А нет, это каким так. Ходит вот этот следующий? А, неизвестно пока. Ну, я, наверное, так, направо не. Сразу пойду. Да пройди через яд, что тебе будет, блядь, 5 хп потеряешь. Мы тут через два хода их добьем. Нет. А что ты в спину не зашел? А, потому что я бы тогда по Деду Морозу попал. У меня, видишь, какой удар? Он вокруг бьет. А, понял. Понял. Тогда, наверное, можно было не идти в яд. Ты критуличку въебешь ему. Так я и так со спины бил по факту. Или это не считается спиной? Не, спина это именно если четко за спиной стоишь. А-а-а. Ох, блять. Ох, бля. Да. Так, ну мне выгоднее после медведя сходить. Или вот хотя бы после вот атаки вот этого Хуйкинса. Ну да. Ну, Сандей может, наверное, от этого пиздануть. Или как? Куда лучше. О, Сандей пиздануть, Дед Мороз пиздануть и съебаться. Да. Мне выгоднее под конец где-то будет пойти, наверное. Может, хоть что-то до кого-то достану, хотя вряд ли. Ну, наверное, Сандей первым уходит тогда. Блин, давай. Да, может, Сандей убьет его сейчас. Но он потом ярость может и просто убить. Говорит, я завыл. Че, мне уйти надо? Да не, стоит, он раздобьет его. Тебя же все равно не добьет это, да. Как его? Лазер. Либо Дед Мороз, либо Вискас. Да. А вот этот вот гнида, смотри, какой. Пизда усатому. Че, я сейчас схожу? Можешь ты, да. Да, вполне. Ну, что, блять, урончик-то не такой уж и бодрый, как хотелось бы. Почему? 25 всего. Блять, всего? Ну, не, ну, я тогда, блять, 30... Я тогда на 36, блять, ебанул его. Добивай этого, наверное, чтобы Мишка, может, МБ-2 ударить. Да, да, того загрил, да, тоже так думаю. Ну сколько там? 7 хоботков дало с 18? Хорош. С 16. Да, 7 дало. Да, да. Ну то есть почти за каждого дает. Угу. Ну, за каждые двух, я имею в виду. Угу. Ну то есть тут у нас в перспективе 5-6 есть залутать. Так, ну да. Я тогда сейчас этим похожу. Дедом. Можешь и с собой походить. Сюда вот подходи.
Не, мне просто нужно, чтобы ты отошел тоже. Хотя ладно. А я смогу потом пройти-то отсюда, интересно? Ну ладно, думаю, смогу. Бля, не сможешь, там ты будешь мешать. А, не, ну если да комара убьешь, то комара сможешь. Убью, да. Хорош, чел. Блядь. Только отойди как-нибудь, бог, чтобы мешать. Дед Мороз. Вот сюда можно уйти. Да, нормально, нормально. Хорош. Там два человека встанут в случае чего. Дед Мороз ебет, конечно. Вообще нормально стал делать вещи. Бам, на. Ну, он ваншотнуть должен его. Ну, вот этого он убьет. Хорош. Скритулечки его. Так, а я куда? Я могу на комаров просто. Ах, медведь, кстати, или погоди, или это ты, Леха, завязал поинт? А, не добиваю до них. Леха, нет. Медведь, блядь, гнида. Да, медведь дизайн, это прикол. Могу вот сюда куда-то встать. Можешь ебануть комара просто, не? А я могу двух даже, наверное, ебануть, ну погоди. Да, я могу двух ебануть. Вы потом справитесь с ними? Да, да, ебашь. Они мне ебало не били. Они сейчас еще и хрупкие станут. О, ты же этого убьешь вообще. Ну, постараюсь. Да, два хп. Ну, нормально, это просчитано. Если я ебашу ярость... Бафаюсь, охуеть как. И гранату ебать. Или не надо гранату? Меня только не задень. Да можешь кинуть, я их накрафчу, когда нам квест выдадут, я еще гранат скрафчу. Да факт, я то считаю, надо юзать. Пока есть, да. А вот этот комар вообще такой какой-то. Цикливый. Стоит там уже год. Плюс два поинта. Ну все. Ой-ой-ой, комар медведя. Ошибка. А я не вижу, чтобы Тереха терял каждый этот. Где он теряет? Где у него гемофилия вот это? Так от кровотечения. Нет, это когда кровотечение. А, когда ему кровотек навешивают, понял. Бля, я испугался нахуй. Что, убиваю я этого? Я могу сюда подойти и по двоим снова пиздануть. Ну, о, да, и тогда урон вот не сюда получишь. Вот сюда вот. Да? Ну, давай, да, давай, давай. Ну, в смысле, ну вот этого, который не ударит, потому что умрет. А, от этого да. Я куда-нибудь вот сюда тогда встану. А этого могу попробовать, я его добью? А, нет, 15 урона. Хотя, погоди, я его добиваю. Добиваю вот этого? Яростью, да, да, добиваешь. Ну вот и все. Ну вот и все. Нет, нет, куда, нет, блядь, комары. Так, ну подойду куда-нибудь вот сюда встану, чтобы эти не долетели в случае чего. Мне кажется, СНДФ кабель пошел куда-то рыбу жарить или типа того. Нет, просто, а хули мне делать? Могу убить вот этого, могу меня... медведя оставить. Радуга в моей пачке из двух приносит больше импакта, чем я. А, ну если медведь, думаешь, убьет его? Не, ну он не убьет его. Нет, я могу выстрелить и, например, пойти... Выстрели и выстрели по другому. Да, выстрели и беги. Ну, теперь типа, можешь просто этого убить. Ну, то похуй, в принципе. Да, просто я типа заюзаю, поинт не заюзаю, но у нас же желтые все равно сольются. А, бля, я, кстати, не достаю нихуя до комара. Да. Да все равно стреляй. Да, стреляй. В любом случае. На, медведь блядь. Его 100 по 100 убьет, блядь. Можешь бежать уже вон туда. Так, а зачем вы что-то тоже убьете? А ты сможешь, если сюда подбежишь на фул, потом заюзать прицеливание, да, и ебануть? Да, попадешь? Да, смогу, смогу. Ну давай ебать. Ой, ебаш. И давай ебаш. Ебать, у тебя на проворстве, кстати, радиус атаки. Да. Нихуёвый. Х2. На, бабах. И хп. А может он еще раз пройдет через рой комаров? Так он, кстати, может реально пройти через рой комаров и сдохнуть, блядь. Сдохнуть нахуй. Давай, Миша. Хорош медведь. И побежал, блядь, и побежал. Ну, демон. Ну, подводи себя. Да нахуя? Так, а не, реально, он же зайдет и умрет просто, да. Остаться на месте и все. Да я все равно похожу, что, вон туда, он, оп. Чтоб не походить. Ну-ка. Хорош, блядь. Комар. Комары убили комара, блядь. Смотри, блядь. 6 хабаков еще. 12 у нас теперь комар. Шкуру эти опять эти жопы кенгуру, блядь. Блядь, Женя, хуйню ты берем каждый раз. Ну еда дополнительная, хуйня ты, блядь. Ну да, Эмерсант. Нам бы еще, кстати, в снежную локу зайти за снежным ирисом. Топ-хилки крафтить. Подождите, пацаны, моментик, блядь.
Поторговать торговцы, зайдем? Ну. Спиздить можно, у нас 17. Да, да. Может, бля, снаряг вот какую-нибудь не да. Ну. Блин. Да нет, что тут хуйня? Ну, а порошок для бимов? А нам и так дадут его. Порошок нам дадут по квесту. И жира дохуя-то. А что ты продал? Может, я мог его надеть? Ты кувалдамен, ты не можешь надеть топор. Не факт, что я кувалдамен. Факт, может... и это первый, самый первый топор, самый обосранный, блядь. Да, ржавый, который, блядь, нашли хуй знает где. Ну сейчас, походу, судей-то придется это, того самого. Не, ну может договориться. Не, ну возможно, может, да. Может договориться, конечно, но... Открыть отмычка. Клетку. О, ты можешь просто открыть клетку. А, я могу, да, открыть клетку. Ну давай. Да не, погоди, погоди, погоди. Дай поговорим. Дай поговорим. Ну, давай поговорим. С ними, да. Так, ну это мы читали. Нихуя. А с этот ней? Не дает, а этот? Совершить ага. Суд, ну только отмычкой, блядь. Открывай, открывай, они на нас загорятся, да. Наверное, просто после этого. А, еще и взламывать, блядь. Ну, конечно. Че, молчите-то, блядь. Чтоб ты слушал. Андрей, расскажи рецепт, как ты готовишь рыбу. Семка выходит из игры. Я не готовлю рыбу, походу. Походу все. Нот, да, у нее минусы нет, походу. Да, не минус. Ну, не, нет, это может быть минусы нет как раз-таки разово, типа. А, минус свет Сеня пишет, блядь. А, ну все тогда. Ну, открываешь, сохраняемся и блядь, все. Сеня, давай быстренько ты генер подрубишь, короче, там, к трубе, блядь, какой-нибудь подцепишься. И продолжим. А как открывается отмычка? Что она должна делать, чтобы сработало? Проходить. Просто пройти и все? Да. Вот так вот, оп. Бля, она у меня просто горизонтально до сих пор лежит. А, да? Да, или ты ее вертикально у себя ставишь прям. Не, ну вот я ее просто двигаю вокруг. Как в этом, как в Скайриме отчасти взлом. Угу. Только мужчина как клетка открывается, мужчина выскакивает и стримглав убегает. А, ну опа. Что где случилось? Узник? Где узник? Пропал, блядь, исчез! Мы тут ни при чем. Он сбежал, надо поймать его, пока он не убил еще кого-нибудь. Да вряд ли он убивал кого-то. Этого человека нашли среди разодранных человеческих останков. Может, он перебил своих соратников с помощью какого-нибудь неизвестного оружия. Ебанутая. Их, блядь, медведи съели и все. Поймайте его, поймайте, пока не поздно, наемники. Нужно защитить добрый люд Гарусы. Хуя. 200 клыков, 200 клыков дает, можно блядь, получить, да. Да не забей. Да не, а, не, ну не, и все, квест выполнен. Мы просто квест дадим этим типам и все. Да, и скажем, да. Что мы спасли его. А, мы еще Артюху, ну надо тогда вынудить. Не, да, вынудить и сохраняйся. И сейф вот туда. Блять, там что-то к нам бежит. Не, а, это чел, с ним можно боя начать. Но он так-то нихуя бежит, его еще попробуй догони. Да, так, ну все, я засейвился. Угу. Давайте тогда. Да не, все равно хорошо сегодня поиграли. Бля, очень хорошо поиграли, да. Отлично. Бля, классная игра.